Так, привет, надеюсь, меня слышно хорошо. Никита, привет. Владимир Путин, привет. Эрбол, привет. Алтын, привет. Да-да, всем привет. А что за футболист на превью? Ты что, это же легенда нашего клуба. Это же Борис Ротенберг, прошу заметить. Так, со звуком нормально, может быть, музыку потише, надо погромче и так далее. Слышно? Хорошо. Вот, по поводу Ротенберга. Я, короче, перематывал полсезона в прошлый раз, чтобы на предсезонную подготовку, чтобы не тратить на это время. Бридж Юнион, тебе тоже привет. И в это время подписал Ротенберга, он, когда мы были в первой лиге, он не пошел за 1 лям. Когда я перешел в высшую лигу, обновился, он сразу согласился. Вот такой вот Ротенберг у нас, да. Вот такие вот дела. Так, сейчас, секундочку, я сейчас все проверю, что у меня все работает. Так, музыка, если что, доступна, но все по стандарту, скажем так. Я не знаю, кто он. Да вот и хрен там. Ну как ты не знаешь? Это сын богатого одного из миллиардеров России. Он играет в футбол. Ты что? Ну он, короче, ни одного гола не забил. Он все время там играет, может, за сезон 2-3 матча и все. Вот такие у него, такая у него карьера. Но он живет, не парится. Ну, короче, где он играет, там всегда все нормально. Вот. Так, сейчас. Я тогда сейчас переподключаюсь и запускаю вам экран. Я вижу, музыку закинули, да? Какой-то ивент, ну да ладно. Ну какой-то, ну ладно. Бывает. Вот. А, Go Far Cry 6, Нил, ты что? Ты что, я ни в один не играл. И даже, наверное, не буду пробовать, честно говоря. Понимаю, понимаю. Ивенты из ДНО. Ладно, ладно, я понял. В каком сезоне Ротенберг мог в Спартак перейти? Ну да, да. Ну там, понимаешь, в чем тебе прикол? Он когда куда переходит, там всегда, короче, там деньги там есть. Короче, клубок все нормально и так далее. Короче, я тут где-то тут скидывал что-то в Дискорд по поводу раскладов. Нас ставят на 5-е место в лиге. И еще, что прикол, у нас... Мы являемся третьим клубом Беларуси, по значимости, что ли, считается. Я думаю, блин, а типа, а с чего так быстро значимость так появилась? Ну да ладно. Так что да, скример. А, кстати, когда манты? Не знаю. Не знаю. У нас, короче, поэтому сразу сейчас матч. Мы стартуем с апреля с командой Гомель. Да, я думаю, что сегодня отыграть это полсезона по времени. По поводу дальнейшего есть вариант, как типа в Дискорде посмотреть футбик сегодня. 21:45. Может быть. Как из вариантов, что скажете по этому поводу? Потому что, ну, как вариант. В общем, поехали. Требует ответа, я не буду ничего делать. Пускай разбирается мой ассистент. В натуре. Мукбанк, что? Я тоже охренел. У меня, короче, сегодня эпик отлетел. Но у меня ощущение, что это не у меня отлетел. За сборную России болеть. Серьезно? Ну, давай, рискнем. Вот, я думаю, это, короче, это проблема с компом. У меня, видимо, что-то у компа начинаются проблемы. У меня то интернет начинает не работать, то еще что-то и так далее. Так что вот. Так что, если что, вот как вариант 21:45, туда, в Дискорде смотреть. Что, Леонид Сидоренко, кто скаут? Да давай подпишем, давай. Прокачай позицию центральный защитник мне. Сейчас, короче, мы стартанем, уже по ситуации будем смотреть. Я думаю, лучше сделать так, на самом деле. Ну, потому что хрен его знает. У меня какое-то ощущение, что нас ставят на 5-е место, по факту будет 15-е. Ну, почему-то так всегда работает. Так, тактика с прошлого сезона. Единственное, что поменялось, 50-17 травмы, Бридж Юнион с травмой. Бридж 8 дней, у 50-17 4 недели. У него чего? Паховая грыжа. Ага, Никит, который сидит первый тайм, потом уходит. Ну да. Было дело, было, помним. Да. Ну ладно. Так, у нас получается сейчас вот такое вот нападение. Да. А причем играем такую еще? Прокачайте мне защитника любого. Защитника? Да нам в полузащите нужно. А ты, кстати, где? Там, кстати, ты с травмой, но ты на замене сидишь. Ладно. Жаль, Рбола нет, Дискорд. Давай скачивай у нас туз, там мои баньки, сауны крутые. Да, согласен. Да. Грейс не хватает старты действий, им будет трудно доиграть матч, ничего страшного. Мне будет трудно доиграть матч после казахского пива, который сегодня решил попробовать. Оно, я знаю, что оно все делается на рисовой. Чего? На рисовой крупе, блин. И, ну, блин, это тяжело. Есть вип-баня Путина, туда самые крутые попадают. Как Жириновскому, да? Партия ЛДПР. Да мне что-нибудь прокачать. Кстати, я тут модер, на модер решил... чего? Ты модер имел, кстати, подзаработать? Ну, смотри.
это дело твое. Так, пускай говорит ассистент, я пока ничего им сказать не хочу. Ассистент также поговорит в микс-зоне, мы стартуем. Все, надеемся, что будет рис, да, да, на рисе делается. И, блин, вкус очень сильно отличается. Серьезно. Я сколько раз не покупал, все время немножко расстраиваюсь, скажем так. У меня палец на руке болит, в смысле. Как так? Из-за чего? Из-за чего такое возможно? На Хой 4 можно разработать. Ну да, да. Понимаю. Понимаю, ладно. Ролтон, чебуреки, вперед. Да, Эрбол бы сказал, манта вперед и так далее. Так, 22 минуты, пока по нулям отыграли. Я нашей команде форму поменял. Мы теперь чисто в красном играем. Завтра еще МПХ. Да, завтра МПХ. Наконец-то дождались. Вот. Я не знаю, я тренировался на ботах. На ботах я нормально. Вот с игроками будет опасно. Банан, привет. Один, привет. Говмонархизм. Ну, блин. Нам надо занять первое место, чтобы стать монархами футбольной Беларуси. Мы пока на седьмом. А, новые скрины кинул прохождение за Монголию. Да, привет, привет. А тебя не было. Завтра пойдешь на МП? Ладно, шутка. Бля, Эрбол, давай в Дискорд. На восьмом месте. Нормально. По счету 0-0, по ударам. Мы, кстати, перепинали их практически. У нас проблемы. Так, давай-ка я сейчас с командой поговорю. Агрессивно, что я недоволен нападению, в частности, Путину. Надо сказать, что я недоволен твоей игрой. А то без меня задушат. Буду. Да, хорошо, хорошо. Но там уже, короче, команды начали разбирать. Ой, команды сборные, блин. Страны начали разбирать, короче, кто за кого. Так, что по тактике? У нас атакующий. Да, попробую через навесы. Купил для МП. Я даже новые наушники купил. Это хорошо. Это хорошо. Микрофон, потому что тебе не нужен. Мы знаем, как ты кричишь, поэтому там приходится убавлять. Это нормально. Ну, слушай, для матча дебют... Красиво. Красиво. 1-0. Хорошо. Это меня устраивает. Пока замен делать не буду, но инструкция команде по затяжку времени, пожалуй, я дам. Потому что, ну, хотя бы вырвать ничью. 57 раз хочется играть за команду Дома Пенсионеров. О, Сибириада подходит. Да-да-да. Ты имеешь в виду, что в плане музыки, так она сейчас играет? А, ты имеешь в виду, что она подходит для этой всей ситуации? Все, я тебя понял. Я тебя понял. Я где? А, не, на поле? За правым защитником играешь? Собственно, как ты и хотел всегда. Так, 78-я минута. Пора делать замену. У нас Дучим устал. Выйдет Саня Мазута. Алтын выйдет вместо Погоды. Сейчас Борис Ротенберг вообще-то на замене сидит. Нападения нет. Есть Юрий Бананов. Как бы его с Маратом не спутать. Сибириада прям помогает. Я хотел центрального защитника. Но ты, по-моему, доступен на эту позицию. Но мой, наш ассистент тебя решил поставить именно сюда. Так, Ротенберг, давай-ка ты выйдешь. А, вместо Эрбола. А, мы знаешь, как делаем? Мы Эрбола выпустим в центр. А вместо Эрлика выйдет Ротенберг. Хоть где-то он начнет хотя бы играть. Мы его заставим играть. Мазут не пускай, он хотел уйти. Да ладно, серьезно? Серпков опять был за счет вдохновляющей музыки? Ну, типа того. Юрий Хованский? Не-не. Юрий Бананов или как его там было? Да, Юрий Бананов. Вот видишь, встретились два Бананова в Беларуси у нас. Отлично. На выезде. 1-0. Стас, ай как просто. Ой, блин, вспомнил. Блин, он стримит по несколько раз на день, кстати. Меня уже там учить уведомления от Одноклассников приходить. Я уже хочу отписаться от него. От хотя бы от уведомлений. Так, Минор пишет свое имя в истории к чему? Он стал самым молодым игроком, что ли, который вышел? Ротенберг дебютирует, да. Вот что бы говорили про Ротенберга, я объясню. 33 года россиянину. Вот смотри, сколько он матчей играет за вообще в команде. А, два банановых коктейля я сделал возможность. Все ситуации всех пронесу. Ну-ну. Пронести мы знаем, что только может Сашку. Олимпик или Олимпия Никосия в аренде он играл из Кубани, отыграл 13 игр. 10 игр в Динамо, 15 игр в Ростове, вот последняя его карьера в Локомотиве. 2 матча, 7 матчей, 1 матч, и вот у нас один. Поехали на Южный полюс, а зачем? Что прокачать? Центрального защитника? Сейчас посмотрим, так, пресс-конференция не пойду. Кто-то замечен на нашем стадионе, проявляет интерес к Эдо. А это чей тренер вообще? Порту? Ни хрена себе.
А Крипер, кстати, игрок. Я его отправил в команду в аренду играть. Туда хорошо играет. Да потому что из-за лимита он не проходит. Но команда название такое стрёмное. Черкашня или как-то типа того. Или на Северный. Там ноги. В смысле? Какие ноги? Какие ноги? Так. Эрбол, тебе вкачать позицию. Так, позиция. Центральный защитник. Центральный защитник. Оборона. У тебя, по-моему, даже есть уже эта позиция. Она единственное, что она зеленая, не вкачана. Ну да. Она даже более-менее, я бы сказал. Не прям уж прям хреново, но я остался как просто смотрю чисто того, что он против Вилсакома. А я, кстати, не знал, я только недавно это узнал. Вилсаком деньгажор. Понимаю. Так, поехали. У нас еще матч команды Динамо Минск. Слушай, а вот это уже топовые команды пошли, да? Вроде Динамо Минск. Будет весело, судя по всему. Так, Тимодеев готов сохранить Скачинян. И, конечно. Так, Минор стал самым молодым игроком в высшем белорусском чемпионате в 15 лет. Лол. Так, 700 билетов мы продали. Абонементов, прошу заметить. Я хочу манты, обзор на манты. Блин, манты надо либо делать, надо покупать. Покупать я уже смотрел, их нигде не продают. Либо я не там ищу. Поэтому... А делать самому, но это надо, да. Но хрен его знает. Кстати, Терлика здесь нету. Терлик, не покупай никогда арахис в фикс-прайсе. Я сегодня купил... Мы с женой наелись, было херово всем. Ладно, я сейчас немножко отошел. Динамо Минск уже вроде так себе, Батэ там лучше всех. А скоро будем с Батэ играть, 100%. Динамо Минск, он, по-моему, второй клуб считается здесь. Или третий. Ну, третий нет, хотя третий мы считаемся, значит, он второй считается. Сковородки, серьезно? Ну, надо, короче, надо собраться как-нибудь и сделать. Батэ играет с командой Слуцк. А, это кубок. Ну, кубок это ладно. А, кубок еще только заканчивается. Тут вот в чем прикол. Тут, короче, у них же старая система. Весна-осень, а не осень-весна. Поэтому, да, тут очень интересно будет. Поэтому говорю, вот мы осенью выиграем. Там, допустим, выйдем в Лигу Чемпионов. Да, ну, предположим. Только в следующем году мы будем играть. Я тебе скидывал видео. Да, я видел. Ну, надо собраться. Минор гей. Так да, все знают, все в курсе. Мы все в курсе, понимаю. Да. Сейчас охуел, меня комп BIOS открыл, думаю, это компу. А нет, это я, да, понимаю, Марат. У меня сегодня также с Эпиком было перед этим, перед стримом. Он у меня не открывался, пришлось комп перезагружать. Но это проблема, скорее всего... Не хочу на пресс-конференцию. Это проблема, скорее всего, уже самого компьютера. Потому что, я говорю, у меня то интернет отрубается. Ну и знаешь как, во время трансляции еще не было такого. Я надеюсь, что такого не будет. Но нехорошие звоночки. Нехорошие. Так, атакующий настрой взять. Ага. Вводить мяч дальним ударом. Да, как скажете. Напоминаем перед матчем структуры по тактике. Неинтересно. Неинтересно, мы этим не занимаемся. Минор легенда, да. Легенда кого-то. Березняков. Да. Так, у нас следующий матч там вроде не сильный. Мне интересно, знаешь, когда мы с Батэ будем играть. А с Батэ у нас матч 23 мая. То есть совсем еще не скоро. Мы к тому времени уже как бы будет более понятно вообще, что мы себя представляем. Какое место. Сейчас мы пока седьмое. В принципе, ну тут что, после первого тура вообще смотреть на все это нет смысла вообще. Вот в чем прикол. Из-за кота я не могу писать иногда сообщения, в смысле. А чем тебе помешал кот? Оставляем ту же самую тактику. Единственное, что у нас получается, Саня может выйти на поле вместо Минора. Вот давай воздучему поменяем местами. Это единственная будет замена. Ротенберг, короче, попал на замену, но не факт, что выйдет. Бридж Юнион, что? Тест физической подготовки, короче, после травмы. Я не кушаю вареную колбасу, от меня тошнит из-за того, что копченую ем. А, вот ты чё время колбасу-то просишь, понятно. 50-17 пока у нас по-прежнему, ну... Пока сидит дома. Может быть, придется его отправить в аренду. Эрбол, что? Ну... Осуждаю, зачем такие вещи писать? Никита Штурмовик не хватает стартовых действий, ему трудно доверять мяч. Ну, блин, потому что там эти моргоцовочные ванны, это да, а это дело такое. Так, а у нас, говорю, у нас еще зима, ну, типа, окончание весны, вот это все, и поэтому пока такая погода. Миг-зона, ну, нахер не пойду туда даже. Ты сделал фарм-клуб? Да, у нас есть фарм-клуб. Да, это не Барановичи, это какой-то там другой клуб. Кто? Ладно. Я понял. Так что фарм-клуб у меня есть, скажем так. Короче, в каждом матче брать очки, и все будет нормально.
вся зарплата уходит на колбасу. Понимаю, понимаю. Крипер, привет, привет. Как быстро настала зима. Нет, так мы стартуем в апреле. Тут типа еще снег лежит. Пусть нашим клубом будет Химки. Ну, не знаю насчет Химок. Но вот то, что у нас в Минора хотели купить топ-клубы России, это да, это я скидывал в сервер. То только белорусские клубы. Потому что у нас типа разведсеть слабая, мы не можем брать в других регионах. Крипер, кстати, я тебя отправлял на межсезонье в аренду. Гол. А, это нам забили. В принципе, учитывая, что у нас проблемы с травмой, я тебя могу в любой момент вернуть в команду. И у нас просто ты из лимита не проходил. Но ты там показываешь хорошую игру. Да-да-да. Блин, у нас форма как у Спартака в натуре. Понял, понял. Так, сейчас после матча я тебя верну. Ты там, по-моему, даже голов... гола 3 забил. Но это ты играешь где-то в Украине во второй лиге. Но, говорю, так как у нас проблемы с составом, нам, в принципе, надо будет тебя вызывать, скорее всего. Но я топ-игрок, ну да. Кто хотел к Квизминора? Спартак, ЦСКА, Краснодар. Я скидывал уже дискорд, нет? Вроде было. Так, счет 1-0, мы идем как-то не очень. Нам вот так вот атакующих действий слабовато. У нас как бы есть вариант, что... что можно сделать по тактике. Это нам выдвинуть Мазуту вверх. Нет, не Мазуту. Вот кого можно выдвинуть? Эдо может? Да, Эдо может. Вот на этот фланг нам кого-то надо поставить. Блин. Вместо... Блин, Мазут с поля уходит. Блин, вообще некому поменять. Да вы чё? Ну, да, короче, пусть играет на этом фланге. И все, я не буду париться. Хочет сбивать, пускай сбивает. Мне играть в понедельник и в школу еду. Сейчас зеленкой мажу. А, зеленый. Я тебя понял. При создании идеального бутера колбаса выше 200 рублей. Три соуса, кетчуп, майонез, горчица. Все мерно, мерно добавить и аккуратно прижать колбасой. Правильно. Все. Гол. Кто забил? Саня Мазута? Серьезно? Блин. Саня Мазут спас команду. До перерыва. Так, общение с командой. Скажу агрессивно, что я недоволен игрой, а нападению скажу, что я точно недоволен. Путин забил в том матче, но пока не нарешь, никто делать ничего не будет. Это все проблема. Неужели Пидун увидел новый талант футбола на минор? Второй зуб будет выгуливать червяка. К сожалению, да. К сожалению, да. Это скорее всего, да. Господи, что это? Молчат дома, понимаю. Пенальти. Пенальти кто бьет? Сталкер согнул! Натуре, он же вратарь. У нас вратарь забивает пенальти. Для создания идеального... А, это старт сообщения. Сталкер забил гол. Ну да. Нам, короче, знаешь, надо каждый стрим разыгрывать пенальтиста. Блин, меня опять забили. Что за херня? Короче, сейчас будет после этого матча будем опять разыгрывать пенальтиста. Кто первый опять напишет, первые трое человек, те будут бить пенальти. Блин, Саня Мазута, Сталкер Сокол, а Путин не добивает. Я не могу. Пока, в смысле, ты пошел? Что? Молчат дома. Для идеального минора нужно родиться герой. Ну да. Блин, 2-2. Ну, с Динамо Минском, я думаю, в принципе, это неплохо. Но знай нашу команду, будем сливать какой-нибудь вот херне. Поэтому надо постараться побеждать каждый матч. Так, по заменам. У нас есть на замене минор. О, давай-ка. Вот, Терлик у нас что-то. Блин, подожди-ка. Надо сначала с тактикой разобраться. Нам надо. Нет, нет, нет. Нам сначала разобраться с тактикой. Нам нужно вот как-то вот здесь вот немножко поменять. Мазуту, короче, надо отправлять гулять. Вместо него будет минор. В принципе. Нет, не так. Не так я хотел. А Ротенберга я заставлю играть. Он будет играть. Так, Ники. А, у нас же Никита есть! У нас Никита может играть вот так в атаке. В натуре. Все, вопрос решен. Никита, пошел. Я оплатил все налоги. Понимаю. А что-то рано. А, подожди-ка. Сентябрь? Блин, надо зайти в личный кабинет налоговый. У меня там по-любому, мне там за две тачки пришло. За Фиат и за Рено, за квартиру. И еще за участок там, где я у родителей прописан. Гол. Да блин, почему нет? Что-то не гол. Почти наиграли, почти наиграли. Подождите, пацаны, попробуйте бить в любой возможности. Возможно, это прокатит. Потому что, ну, 2-2 нормально, а вот 3-2 еще лучше. В нашу пользу, прошу заметить, в нашу.
Сейчас глаза забьют мне. Не, нормально, все чисто. Все чисто, все нормально. Так что нормально. О, да. Налоги дело такое. До 1 декабря платить надо. Да там еще прикол, ты их оплачиваешь, они только оплата проходит, я не знаю, через какое-то время только проявится. Вон, адмирал. Ну, чувак, ты спас команду, ты чё? Блин, пацаны, я не узнаю их, нет. Я не думал, что мы даже, типа, я не хотел платить. Ага. Нам нужны такие корабли. Я не хотел платить. Молодец, адмирал. На второе место выводит с командой Батэ, блин. Я в шоке. Блин, пацаны, ну доигрывайте матч, и все нормально будет. Блин, старт пока что меня радует. Старт неплохой. Сейчас будем пенальтистов разыгрывать. Адмирал попал под морскую музыку, четко. 3-2, слушай, мы отыгрались. Отыгрывались весь матч, в итоге выиграли. Круто, круто. Я рад. Следующий матч у нас с кем? Не знаю, с Немом Гродно. Это против сильной команды. Но хрен узнает, слить-то можем. Так, пресс-конференцию пошел. Так, у нас тут стал. Так, по пенальтиста. Короче, с этого момента кто 3 сообщения напишет, те будут бить пенальти. Да, я уже понял. Ты успел. Ты первый, кто будет бить пенальти. Я тебя понял. А Сашки нет, он пенальти бить не будет. Да я понял, ты первый, кто написал. Ты будешь первый бить теперь. Нам осталось еще определить в двоих, кто будет бить следующим. Но в случае, если отсутствует, Никита, я тебя понял. Никита, я вас понял. Или я, но ты второй. И тогда вода нам как земля. И тогда нам осталось только третьего понять, кто будет. Никто не написал. Да достал Кирсаку, оказался самый нерасторопный, знаешь. И в итоге его, да. А у нас, кстати, лучше всего бьет пенальти Сталкер Сокол и 50-17. Вот в чем прикол. Вот такой прикол, да. Да, да, да. Повезло, да. Повезло, повезло. Согласен, согласен. Так что да, третьего, я так понимаю, не будет, да? А, я воля, все, я понял. Я тебя понял. Я. Ну, ты третий, получается, но шанс пробивать пенку у тебя будет. Где ты, кстати? Вот он. Трое есть, поехали, да. Но это не точно. Да нет, нормально все. А, Грыз доволен волевой победой. Да, победа была волевая. Кстати, потом почему мне пенальти? Да, да, да. Ну, сейчас пока потренируйся на своей позиции, а потом уже пенальти. Мазнута стал самым молодым игроком, забивавшим мяч в высшей лиге Беларуси в возрасте 16 лет. Блин, не команда, а не рекордсмены. Я не могу. Я в шоке. Второе место, кстати, занимаем. Против команды Неман Гродно будем играть. Ну, там, кстати, может 50-17 поедет. Кстати, да, по поводу Крипера, надо мне тебя вернуть. Так, трансфер, как это тебя вернуть? Состав вернуть из аренды. Где-то есть. Контракт. Подожди-ка, я же тебя мы должен вернуть. Арендный статус. Подожди. Не, я тебя должен вернуть. Обзор. Убрать контракт. Трансфер. А в смысле я не могу? Дзюбахуй футбол. Понимаю. Спасибо за донат. Спасибо. Понимаю. Я побежал. Ну ладно, давай. Спасибо, в любом случае, что ты заглянул. Если что, заходи еще. Почему я тебя не могу назад вернуть? А, трансферный статус. Трансфер. Так он в составе. Почему? Подожди-ка, может его зарегать просто надо. Подожди-ка, регистрация. Я что, не могу отозвать из фарм-клуба? Он не заявлен. Блин, подожди, нельзя как-то отозвать можно. Новый контракт, трансфер, трансферный статус, трансфер. Чё, не могу тебя отозвать? Беги. Так, поговорить с игроком в аренде, развитие. Не, похвалить надо, конечно. У него там прикол, он, короче, в 3 матча сыграл с неофициальными 2 гола. Ну нормально. Почему я только не могу отозвать обратно? Вот это очень херня какая-то. Нет, я, конечно, знаю, как я могу отозвать и не париться. Спасибо, что есть внутренний редактор FM и так далее. Поэтому этот вопрос как бы решится сейчас. Переход в другой клуб, начать редактировать, перевести в другой... Нет, на правах аренды в другой клуб, да, понятно. Прервать контракт аренды, вот.
Все, теперь ты у нас играешь. Вот, все, не зарегистрирован. Зарегистрировать. По номерам кто-то хочет поменять? Если что, можно будет сейчас это сделать. У нас по номерам... Сейчас я сейчас подтвержу. По номерам. Сталкивай по 30-м. Ротенберг по 3-м. Минор 33-й. Эрбол 65-й. Ну, вроде никто не хотел менять. Сани Мазута 26-й. Владимир Путин 10-й. Крипер 9-й. Лучин 34-й. До 8-й. Это 57 23-й. Ну, вроде нормальные номера. Вроде никто не жаловался. Ладно, поехали. Неман Гродно. Сейчас посмотрим, что нам по составу предложат. Может быть, даже пойдем в два нападающих. Почему бы нет? Можно рискнуть. Единственное, что тогда в таком случае мы будем играть 4-4-2 стандартную. Вот типа так, такого. В таком случае... А, Никиту? Блин, 57 все равно до травмы, серьезно? Блин, я чуваку даю шанс, а он никак. Гок Симс. А, к Новому году сезон будет. Я к Новому году запущу. Там будем создавать, да. Но опять-таки 8 человек, а я так понял, что народу хочет много поучаствовать. Там есть, короче, много вариантов, что я придумал сделать. Как минимум, это просто сменить локацию. Как максимум, там есть придумать какой-нибудь сценарий, что, допустим, знаешь, там 8 человек, а кровати 7. Там, и, типа, один адекватный, другие нет. Так, в команду недели попал Сталкер Сокол. Блин, это вратарь, который забил гол. Ты просто прикинь, один гол забил за карьеру. Ну все, походу, пока он больше не забьет. На этом стриме от него голов мы больше не увидим, если будут пенальти, соответственно. Точно забыл. Да, я понял то, что. Ну вот к Новому году, к Новому году. Там и награждение планируется, и все. Планов много. Вот. Я говорю, сейчас вот постараться. Вот вчера, я считаю, стримил, сегодня, завтра, в воскресенье постараться тоже. И как бы потихонечку темп попытаться набрать. Чтобы я хотя бы стримил не раз в неделю, как было раньше, а хотя бы, ну, блин. 2-3 раза в неделю. Ну, потому что надо. Я милый мужчина, лет 40. Я стримлю на одной из классников онлайн. Моя игра детства, писки, копки. Понимаю, понимаю. Так это тот Куплинов, который под песню мне написал. Все-таки он нас заметил. Спасибо. Спасибо большое за донат. Аноним Минор. А, вон это что. Милый мужчина, 40 лет. На-на-на. Все с вами понятно. Вон оно что. Спасибо, спасибо. Ну я понял, это отсылка к предыдущему разу, когда там какая-то женщина мне писала. Да-да-да, это было смешно. Это было смешно. Согласен. Блин, я надеюсь, это не забанят. Потому что, блин, за Sex Pistols, Rammstein, Ramones прям бан стрима приходит. Как мы сыграли? Мы выиграем два матча. Мы идем на втором месте. Так что все нормально. Мы отыграли со счета, ну, короче, 4-2 мы сыграли с Динамо Минском, мы выиграли. Но ты не забил. Сталкер Сокол с пенальти забил. Блин, а я опять на конференцию пошел. Да что за херня? Ну все, это африканская песня, вряд ли. А, ну ладно. Так, ассистент пройдет инструктаж. Терлик травмирован. Блин, придется играть Ротенбергу, серьезно? Блин, я что-то, значит, меня охреневаю над Ротенбергом? Я покажу, в чем прикол. Он вечно в плохих кондициях. Готовности к матчу у него никогда нету. Но за Лободу забанили. За Лободу, да. Так что вот. Так что Никита будет с Путиным играть нападение в следующем матче. Посмотрим. Так, юниоры, которые доступны, я их не трогаю, нафиг надо. Ну, Лобода, да, это, конечно, да. Слишком мерзкий поступок был. Но, кстати, причем я говорю, я потом стрим-то разбанил, но спустя 2-3 месяца. Я сейчас заметил, кстати, у многих, я вот кого подписан, на Ютубе, короче, банят. Ну, не банят, страйки кидают. Вот мне тогда кинули страйк, год назад, наверное, где-то, за ТНО. Но я думаю, там либо свастоны были, либо из-за того, что я там где-то прочитал их позывной. Но бода дешевка, да. И сейчас у многих, типа, за разжигание розни и конфликтов, начинают тоже страйки. Я вот два канала уже точно, которые Хойка, но они не крупные, но заметил такую фишку. И думаешь, ну это, конечно, да. Неужели, типа, YouTube становится, ну, таким же, как Twitch? Ну, хрен узнает. Блин, на Твиче вчера ЧБД смотрели, ничего не было. Грант? Нет, не Грант. Привет, Сокол. Стал Сокол, привет. Кстати, сейчас с голом, с пенальти.
Но на этом стриме ты больше не забьешь, к сожалению, потому что мы разыграли новых пенальтистов, пока тебя не было. Привет. Как тебе такой привет? Команда Неман Гродно. Она, по-моему, низко идет. Да, она 13 место занимает, но это ничего не значит. Сашка, привет. А что у тебя с Авой? Она у тебя сломалась? Что-то у меня какая-то поломанная Ава отображается. Ты, кстати, тоже гол забил. В том же матче, когда забил Сталкер Сокол с пенальти. Пока что счет по нулям. В принципе, нормально. Сделай тактику. Какая? Сейчас 5 сек. Сейчас 5 сек. Ну, на месте что у нас по счету? По нулям попал. О, ствол, да. Кто забил? Серпухов забил. Это хорошо, Путин забил. Хорошо, хорошо, Путин вроде. Хорошо, и какое место? Первое, ну конечно же. Даже Батэ проигрывает, серьезно? Подожди, а где Батэ? А, у них по нулям, вот поэтому мы и на первое место вышли. Круто. Я хочу сказать доставку, но чую, что поздно приедет. Ну, блин. Смотря где будешь заказывать, я не знаю, где там у вас как. Единственная доставка, которую пользуется, это у перекрестка, и все. Ну, там предметы всякой детской необходимости, чтобы типа в магазин не ходить, а у них дешевле, поэтому я заказываю там. Так, все нормально, пацаны. По команде затягивайте время иногда и попробуйте входить в штрафную. Сделал так, чтобы они пинали, в смысле кого, что... Просто поворотом били. Интересно, у нас форма, как у сборной Польши. А, в Маке? Ну, в Маке, да, может быть. Скоро матч Армении и Исландии, буду смотреть. Есть жареные пельмешки, кайф, понимаю, понимаю. Подожди-ка, они сегодня? А мы, наверное, сегодня будем Россию смотреть в Дискорде. Я так думаю. А ты уже сделал? Что сделал? Ага, ну все. Вот это гол. Блин, повезло, повезло, просто повезло. Ты видел? Блин, ну я говорю, вот в этом матче у нас будет проблема. Я говорю, с какими-нибудь слабыми соперниками мы будем охреневать. А Ротенберга я заставлю играть в нашей команде. Что такое? Что? Из нового. Лол, ну ладно. Вырубите свет, малыши, логово кишит чудеса. Марат Банах нервничает, Грейса выпущу. А Ротенберг выйдет вместо... Нет, Эрбола мне не надо менять. Блин, у тебя конкурент Эрбол. Давай-ка ты Эрбол выйдешь в нападение. Так, нет, не выйдешь ты в нападение. Ты не выйдешь в нападение, ты выйдешь куда-нибудь в другое место. Да хрен его знает, оставлю, короче, как есть. Выключи, не то, я думал, нормально будет, да? Понимаю, ладно. Гродно, 9 ударов, 0 голов. Арам-зам-зам. Минор, привет, привет. Кстати, Ларсен Хедрик, Зобнин уже Динамо становится. Хорошо. 83-я минута. Самое время пускать Ротенберга вместо Эрбола. Саню Мазута упускать вместо Алтына. А у нас есть еще Крипер. Крипер вместо Дучима. А, блин, у меня замены кончились. Извините, тогда пока нет. Блин, я сначала думал, что это Мумитроль. Похожий голос. Кстати, попрошу тебя помочь в создании вики. Блин, объясни мне, что это такое. Если что, я помогу. В чем смогу, тем помогу. Звучит интересно. Звучит интересно. У нас получается, да. Блин, 1-0. Нам, в принципе, доиграть матч, и мы первое место. Это Википедия, серьезно? Это просто Википедия? Вики это Вика, понимаю. Блин, как-то хороший слишком старт. Неужели в следующем году мы будем играть в Еврокубках? Подожди-ка, а вот здесь есть по стадиям просто, кто проходит какую стадию? Здесь пока еще нет отображения, кто в Еврокубки попал и куда-то. У них, короче, плей-офф, я так понял. То есть 5 команд будут потом разыгрывать первое место. То есть надо попасть в первую пятерку, типа того. У них как-то в Беларуси так сделано. Следующий матч с командой Минск. Ну ладно. Вики проходит там... вот что. Отправил тебе звучать нормально должно быть. А, в смысле, ты имел в виду, что ты другую песню отправил? Сталкер Сокол хорошо там себя проявил. Хорошо, я тебя понял. Ох, нихрена. Пришел Минор и накидал... Я понял. Пришел Минор и накидал своих треков. Ладно, ладно. Да я пошутил. Это типа такая шутка была. Терлика подписал новое соглашение, контракт. Я вроде ничего не предлагал. Ну ладно.
Дарлинг подписал новый контракт с Фикспрайсом. Дайте модератора. Пока нет. Я думаю, что, может быть, плюс одного я сделаю со временем, потому что у меня модераторов по факту три. Три сейчас. Я думал, что день запись будет. Понял тебя, понял. У меня всего лишь три. Четвертый есть еще, но это мой второй аккаунт. Он как резервный висит просто, на всякий случай. Вот. Так что по факту три только. Четыре можно, наверное, сделать будет. Вот. Но типа фэндом Вики. Понял тебя, понял. Я же не легенда, я не гоню, может. Да, я понимаю. Я тебя понял. Путин показывает хороший прогресс. Хорошо. А Минор сам молодой игрок, который сыграл в высшей лиге Беларуси. Мы фавориты. Блин, что за херня? Мы вышли как бы из ФНЛа, скажем так. Буду свои простыми названиями называть. Но почему-то мы, блин, фавориты. Это меня очень сильно смущает. Мы сегодня с одногруппником нарисовали Мишку Фредди, закрыли доску, тебя что-то открыл, заржало. 5-3 человека, Путин, я и самогонка. А, 4 тогда. И еще Бридж Юнион. Я Гасли, молодая легенда. Да, мы в курсе. Мы в курсе. Так, кто? Кого мне подписать? Кого-то бразильца 19-летнего? Нет, если типа продать потом, может быть. Оставляем тактику эту же. 50-17. По-прежнему на поле не появляется. Саня Мазут, единственное, что я тебя могу вместо Алтына выпустить. Это единственное, что. Бридж Юн почему-то сел на... Ну, давай-ка заставим этого. Где этот хрен? Ротенберг? С первых минут будешь играть. Я заставлю этого в мажорика играть. А то, видите, у него там батя богатый. Играть он будет, когда он только захочет. Или будет награды собирать. Навальный, кстати, теперь инвент-менеджер сервера, ответственный за рекламу. Серьезно? У самогона он не очень актив. Зато, Сашка, ты знаешь, с какого времени он сидит? Он сидит, когда у меня на стримах было... Сутки позади, но мы не спали. Осуждаю, я скипну. Вот. Он сидел, когда у меня было подписчиков 300, что ли, 400. Что такое, я в командировках. Да, понимаю. Забрал скейт сторону. Да, я забрал. Забрал. Пенальти. Кто бьет? Бьет Ирбол. Мое почтение. Уже полгода не могу до Ахата доехать, чем на 2 дня. Блин, ну это жестко. Только тебя вспоминали. Да. Так он смотрел. Он, наверное, смотрит стрим, просто не пишет ничего. 1-0, хорошо. Это пенка нас выводит на первое место с хорошим отрывом на 3 очка. Хороший старт, мне это нравится. Мне это устраивает. Я в ходе за монголов опять понимаю. Но учитывая, как ты играешь, тебе, да, типа, за монголов, там, за каких-то миноров их поднимать, да. Я тренировался тут, ну, блин, типа, за Юсу, за Герму, нормально. С ботами я нормально. А вот с игроками опять будет, короче, высадка в Риме и все, с виду. 100%. 1-0. Нас прижали, я бы так сказал. Самогон АЗТУ. Блин, зато вуз сложно на самом деле. Кстати, человек, который я учил, препод по праву вводил студентов в морг, в тюрьму, КПЗ в суд. Слушай, у нас тоже такая практика была, но я, учитывая, что я на втором курсе забил на учебу, я не ходил, я пропустил все эти зрелища. Потому что в тюрьму и КПЗ точно водили. Гол, Мазута. В следующий раз захват мира в ДТУ. Хорошо. Я в морг хочу. В морг цены на вчера мусора были. Понятно, но мы знаем, зачем они приезжали. В школе, да, поняли, мы поняли. Было бы странно, если бы они были в вашем городе. Во, класс, мое самое стрёмное достижение, как кап Японии играть за Либерию. Капеллировал Японию играть за Либерию, да почему стрёмное, нормально. Хорошо, 2-0, хорошо идет. Кстати, мы собрали кола в школе. Но вот это, кстати, я не понимаю, типа, собирать автоматы в школе. Блин, где в армию там собирать будешь? Вот так ты собираешься. Кстати, сколько я голов забил? Ну, в этом сезоне уже 2. Путин, не засчитали. Жаль. Ротенберг играет, пусть играет. Блин, мне нравится девка, но я не могу ей признаться. Да, это сложно, понимаю, но... Ты типа чего? Ты боишься какой-то не той реакции, которую ты хочешь ожидать?
Ладно, отыграли один гол. Хрен с вами. Тяните время. И самое время поменять Ротенберга. Потому что он не вывозит. Ни хрена просто. Бридж Юнион. Сюда на поле. Так, Эдо с карточкой. Марат Бананов. Вместо Никиты выйдет... никто не выйдет вместо Никиты. А, забей в нее, парень. Серьезно? А, ну та-та-та-та. Ты дерзок. Потом пацана без одежды хера, аж кудишек был, он боялся, что его спалят. Да ладно. Блин, по факту, типа, если тебя просят открыть рюкзак, ну это во взрослой жизни, я не знаю, как в школе. Осмотр, ты должен сам подавать желание. А досмотр делается при... Минор? Какой кошмар, минор забил. Так зачем признаваться девочкам, если можно мальчикам? Сашка, ну тебе виднее, да. 3-1. Блин, круто, круто. Так, давай-ка я себе... А я могу... Кого можно выпустить? Алтын есть. Алтын, давай вместо Сани. Сани пускай отдохнет. Он слишком много забивает в последнее время. Пусть отдыхает. 3-1. Я молодая легенда? Да, нормально. Молодая. Кстати, как тебя отчет на воротах? Отличный. Отличный, Сашка. Ты молодец. 12 очков, прошу заметить. Забиваем мало, потому что Динамо Брест 12 забило. Но мы забиваем примерно как Батэ. Надо на это равняться, примерно. Я жив, да. Кто у нас... А, это у них с травмой играет. Это похер. Это не страшно. Как-то изи. Где, где вот этот жопа подрыв? Где вот то, что начнется? Блин, ну почему? Игра вторым номером. Мы не играли вторым номером. Не надо нам вот это рассказывать. Минор в хорошей форме. Блин, Минор, сколько ты уже? 2 гола забил? Или если я не путаюсь? 1. Но, блин, за 3 игры? Успех, успех. Я сберу у ее парня. Ты парня? Чуть я запутался. Ну ты понял. Рутениум, привет. Привет. Так, принимает важный матч. Серп оспаривает гол. Да, у гол Путин не засчитали. Бывает. Следующий матч у нас с кем? Динамо Брест, который идет на... На втором месте. О, только это матч за первое место. Это матч за первое... Покажите-ка. Если в случае победы, просто, ты представь, это сразу отрыв. Сколько ей лет? А что там было? Я недавно подругу бутанул, хотел извиниться, но... О, осуждаю. Кидай фотку. 16. Ага. Я тебя понял. Я тебя понял. Ладно, не бери все близко к сердцу. Я тебе так на будущее расскажу. Если что, в случае отказа, там еще чего-то, ну, типа, не парься. Ты лучше, ты вратарь команды Серпухов. Это куда лучше, чувак, вратарь, который забил гол уже. Ну что, увеличение атакующих функций, да, согласен. Так, это неинтересно, это мы пропускаем. Кстати, про кого первую статью написать? Надо. Я, короче, я понял, вот... По эту всю тему. Это типа сейчас молодежное движение. Вот это все темы. Это как в наше время были эмо, готы и все дела. Сначала были эмо, потом готы. Шала плохая вообще одним пипиським пахнет. Серьезно? Бывает. Кстати, про... по поводу статьи не знаю. Надо посмотреть, кого хочешь, в принципе. Если, в принципе, можешь историю сервера туда выгружать. Да, вот эта вся тема, короче. Но, я понимаешь, там есть реальные, типа, dead inside, которых реально, ну, которых, ну, типа, шарят за эту херню. А есть позеры, которые... Ебать, я dead inside, йо-йо-йо. Ну, короче, блин, смешно. Слушай, когда была тема с этими эморями, были прям реальные, а были позеры. Короче, вот, понимаешь, название поменялось, а сути нет. По сути, типа, как были позеры в то время, так они остались. Забил мяч в футбол, может, жить просто не зря. Согласен, согласен. Причем позеров я, кстати, встречаю очень много в этой теме. Типа, знаешь, сами, типа, я за эту культуру, но сам за нее не шарю. Смешно. Типа, ты шарь за эту тему, а потом уже, типа, у меня друг Dead Inside. Но по факту или просто он так себе говорит? Вот в чем дело. Качай меня полностью. Как хочешь. Где твои тренировки? Так, тренировки. А, обсудить новый навык, да.
Тренировка пенальти нам нужно. Пока тут, кстати, нету. Ну, давай попробуем тренировку обороны. Да, да, да. Мы начнем эту работу. Все, да, поехали. Я натурал. Ну, вот, да. Я, кстати, в свое время не придерживался никаких этих культур. Типа эмо-гот и все дела. Единственное, что, типа, я по панк-рок-музыке угорал. Я, типа, такой был, да. Вот. В принципе, футболка об этом сейчас скажет. Вот. Кстати, говорят, что я дед инсайд, хотя я не такой. Ну, да, понимаю. Ну, типа, серьезно, если ты, типа, к этой культуре, типа, себя относишь к этой культуре, тогда шарь за нее. А если нет, то нет. Вот. Так, Динамо-Брест, это второе место, прошу заметить, команда. Блядь, Минор, ты какого хера забиваешь свои ворота? Ну, пишу первым делом, что я про твою семью, про Путина, меня и на ворот. Да, хорошо. Минор, ну, блин, ворота в той стороне. Пиздец. Ну, как так-то? Ну, ё-моё. Минор. Бан Минору. Да не говори-ка, в свои ворота забивают. Я в шоке, блин. Меня привет поправил Dead Inside, серьезно, дебил, да это же продать, как 5-17. 5-17 никто не продавал, с травмой сидит. Блин! Ну вот в этом матче надо было обосраться, блин, 3-0. Ну как так-то, блин? Блин, пацаны, вообще, не, вообще херня, 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 дела. Нет, у нас как бы есть как бы исправить эту ситуацию, но я в это мало верю. Пенальти. Не туда воюешь. Эрбол. На тебя вся надежда. Спасибо. У меня прям по праву ТикТок смотрит, шарит поза. Да ладно, серьезно? Понимаю, понимаю. 3-1. Но еще можно побороться. Единственное, что надо команде заставить. Так, играть более раскованно, переход мяча, это все правильно. Прессинг повыше, это самое главное. Депрессивная песня. Игрок хотел Сашку в аренду отправить. Нет, хотел 50-17 отправить. Меня географичка знает, кто такой Морген. Да, я крутой. С пенальти, ну. С пенальти я забью. Ну, типа, это... Так, ладно, беру свои слова обратно. Ладно. Ты забил с игры. Давайте Сашку продадим как неузачи. Сашка забил 2 гола. Ты тоже забил. Ты 3 гола за... А, ты 2 гола забил. Один свои, один чужие. Нормально. 2-4. О, это красная. Я дурак. Кто удалился? Алтын, твою мать. Ты оставил команду в меньшинстве. Из-за тебя на поле так крипер выходит. Давненько он не играл. Он тащил за ту команду. Пусть играет. Кстати, помнишь, кто оплатил? Быстро, теперь мне пенальти, что ты же мне вообще? Плюс я много могу сказать, продай меня в Зенит. Клуб, оплот Донбассу, клуб? Нет, не помню. Нужно добить 1 гол своим, 1 врагам, чтобы жизнь была просто не зря. Блин, ну 2-5 в первом тайме, это какая-то херня, это какой-то хоккей уже. Блин, надо было развести вас за это дело, но это вообще некрасиво. Я скинул в Дискорд. Я сейчас 30 забью. Хорошо. Будем смотреть, будем ждать. Блин, два... Так, хорошо. Мы еще поборемся. Скачай читы. Да, у меня уже есть. Типа редактор. Я могу там отредактировать, но типа зачем? Это сделано, чтобы я там мог упростить в плане там каких-то перемещений и так далее. Что творит Путин? Да, вот если бы не гол Минора, наша команда бы не посыпалась. Серьезно. Ну это надо спрашиваться гол. Блин, 3-6, серьезно? То в одном, ни в одном матче не пропускаем, то по 6 голов. Замечательно. Сер, у меня из уха выпал ужас. Да, вышла сущность в виде гномика. Погода на поле. Марат Бананов. Меняем просто желтокарточников для того, чтобы не просесть потом. Мы так в десятером. Ну блин, мы в десятером забиваем с одной стороны, поэтому... Ладно, хрен с ним. Кстати, мной никто не интересуется? Нет. Нет. Интересовались Минором и Эдо. Эдо просматривает и играет скауты Порту. Все.
Блин, ну команда посыпалась, да. Тут, конечно, отрицать это нет смысла. Это все понятно. Порту, да, Порту. Но не тобой, а этим. Как Эдо. Эдо интересовался. Тобой, Сашка, никто не интересовался. Интересовались, будешь ли ты брать сало, Сашка? Больше ничего. Ой, 3-6, какой счет? А мной кто-то интересуется? А, нет, но не... Это гол был, нет? Я как раз гол забили. А может сейчас интересуется? Нет, Сашка. Если кто-то будет интересоваться, мне обязательно об этом скажут. Но как видишь, об этом мне никто не сказал. Твою мать, вы что, угораете, что ли? Мне кажется, чемпионом КПЛ станет Ростов. Путин, какого хуя, блядь? Удален на 83-й минуте за прямую красную карточку. Че, угораете, что ли? Всех лишить зарплаты. Мне некого упускать. Мы в девятером остались. А, в смысле, почему я не могу выпустить? Или игра зависла? Нет, все нормально. Хорошая работа, Путин. Молодец. Помог команде, слил. Алтын, Путин, черный список. Если меня продавать, то только в Реал Мадрид за 33 ляма. Сильное заявление. Блин, в девятером тупо без нападения остаться. Но это же не успех. Эрбол, твои голы тут вообще ничего не решают. Прочти верхний коммент, а что ты писал? Команда посыпается как СР 90. А, ну да, есть такое. Но, блин, белая полоса рано или поздно кончается. Но, блин, пропустить... Пиздец, блядь. 11 забить, 9 пропустить, это надо уметь, конечно. Меня бас-буст кинуть не надо. Не надо. Так, я команде скажу агрессивно, что я очень недоволен. Завтра упорно тренируемся, да. Не дай бог, кстати, матч у нас Батэ, блин. Так, матч конференции, не пойду. Алтын дисквалифицирован. Блин, а кто будет играть в следующий матч? 50-17? Так, Путин получил одномачную дисквалификацию. Так, лишить штраф на 2 недели зарплаты лишить. Это по-любому. Я буду жесток с такими вещами. Блин, я эту песню, кстати, да, хотел добавить в свой плейлист, но забыл. Один путь согласился со штрафом, естественно. Естественно. Следующий матч с командой Слуцк. Ладно, она на последнем месте. Может, как-нибудь затащим. Сейчас Азмуну, как Азмуна оправдают. Нет, не оправдают. Там, походу, был жесткий какой-то срок. Походу, там есть за что ошибся. Не 33, а 333. Мотопак пища, молодой тупак. Да, Алтын с Путиным в это время. Вот такие на скамейке запасных. Ладно, я кушать. Давай, приятного, Саша. Когда Сашка уходит, он начинает сбивать голы. И когда он смотрит, он не сбивает. Кстати, заметили этот прикол? Так, Сталкер Сокол, тут травма. Кто будет играть? Сколько? 2-3 дня? Растяжение запястья. Ну, блин, ну вот не надо вот такие вещи делать. И не будет никакого растяжения. Ну, Сталкер, ну, блин. Прокачай меня полностью. Мы с Алтыном будем сидеть в туалете, мяч смотреть в натуре. Что со мной? Ну вот. Короче, следующий матч у нас выйдет какой-то минор на воротах. Блин, я буду ставить своих. Сейчас просто решим, кто будет ставить в воротах, и все, из наших. Даже, типа, там есть опасный вратарь, но какой-то белорус там, мы как бы его не считаем. Как-то странно прозвучало. Но мы, короче, поставим кого-то из наших. Вот вы давайте решать, кто из нас встанет в ворот, если он будет не готов. Эрбол, Никита, кто в ворот встанет? Я могу встать в ворот. Я, типа, я в реальности в воротах играю. Давай, давай так и сделаем. Тогда, типа, отведем, как бы, скажем, грех. Грех возьму на себя. Мы фавориты, хорошо. Сталкера только нет. Серп, ты чё-то похож на Спартак? Травмы и красные, да-да-да. Если он восстановится, вопросов нет. Не я. Все, ладно, тогда стану я. Блин, просто прикинь, команде некому играть. Просто мы как в дворовом футболе. Просто решаем, кто будет. Удовлетворены наши работы. Отчет внутри коллектива. Высокоавторитетный игрок. Сталкер Сокол Адмирал. Авторитетный Владимир Путин. Грейси До и Никит Штурмовик. И 14, да, подчиненных. Мы поняли. Я буду смотреть матч и бомбить, что ты пропускаешь. Надо, да. Посмотрим сейчас, если ты с травмы восстановился, то без проблем. Так, 50-17 готов играть. Хорошо.
сталкер, а ты восстановился, так что все нормально. Да нормально все. Никита Штронг 50-17, Владимир Путин пропускает матч. Вот так вот, вот такой вот матч. Так, ну в этом матче надо рвать, ну вы поняли. Мы идем в атакующий футбол. 50-17 хватает стороны в действии, будет разыграть. Да ему каждый матч трудно доиграть, в чем проблема вообще? Я помню, Волкер, защитник, Ман-Сити стоял на воротах. Я помню, Тихонов стоял в Спартаке, он еще там доигрывал матч. Он гол забил, потом еще доигрывал. Поехали. А, Гриш, купи мне телефон. Go Medieval Dynasty. Блин, он слишком дорогой. Я говорю, все Total War что-то очень дорого стоит. Я хотел Medieval поиграть. Но типа сейчас косарь отдавать. Я лучше сапки разыграю и ключ какой-нибудь. Может быть, будем разыгрывать не три ключа, а хотя бы один-два. Потому что сейчас немножко финансовая ситуация просела у меня. С одной стороны. Я помню, как Глушаков против Спан стоял на воротах. Да, там Кокорин хотел встать, в итоге встал он. Да, я помню. Блин, 15 минут ни одного удара по воротам. Кто играет в нападении? Правильно, 50-17. Дед в нападении. Все нормально. Это под контролем ситуация. Блин, они что, может быть, на время тянут? В смысле, ну что за херня вообще? Тяжко времени нету. Прессинг высокий. 50-17 нападений, все. Я... Что? Я буду молиться, чтобы не пропускал. А так я не встал, ты стоишь на воротах. Я не-не-не. Ты восстановился, поэтому нормально все. Мы играем в атакующий. Гол, адмирал гол. Спасибо. Грейс, когда Наруто буду смотреть? Даже не знаю. Ну ладно, мы на первое место вышли. Ладно, нормально. Смеш 50-17. 50-17, что-то меня вообще не радует. Так, пусть эти все доигрывают. Пока что замену до минуты 60 я делать не буду. Если только он нам гол не забьет, то да. Блин! Спасли команду. Я уже все посмотрел, серьезно. Я ни одного не смотрел, поэтому... Го посмотрим кафе из другого мира на... А что это такое? Блин, после того фильма про Южный Централ мне уже не страшно ничего смотреть на Твиче. До первого бана. Бан мы получим рано или поздно. Вопрос времени. Сталкер на воротах. Аниме? Вступай к нам в Дискорд. Там мы, короче, проводим опросы по фильмам. Мы уже, я как бы сделал, там кучу фильмов накидали. Я буду делать опрос. Если все нормально ладится, мы будем вот эти все фильмы просматривать, которые, ну, в голосовании, соответственно, победят. Адмирал, все, того. Наши полномочия, все. Меняйтесь с Маратом. Вместо Марата... Так. Блин, а мне что, реально никого выпустить, что ли? Так, погода вместо Минора. Борис Роденберг, конечно. А, нет, вместо Эрбола не выпущу. Вместо... Так. Мы сделаем вот так. Эрбол выйдет с Никитой в нападение. А Ротенберг станет между 50-17. 50-17 меня вообще не радует. Никита, чего осуждать? Мы не на Твиче. Да действительно. Мы не на Твиче, так что все нормально. Эрбол и Никита, вот наше нападение. Кстати, нам надо время тянуть. Нам надо тянуть время, пожалуй, с таким-то счетом. Нечего тут осуждать. Да-да-да, осуждать нечего. По ударам мы опять их... Ну, блин, у нас створ всего лишь два. Сейчас прикинь, Эрбол и начнет Никиты забивать. Хорошо. Эдо, ну ладно, во вратаря. Как вам идея разогнать процессоры на инфе? Зачем? Зачем? И там и так компьютеры, наверное, уже такие. Я не знаю, насколько там мощный компьютер в школе сейчас. 1-0 победа, да. Победа есть, первое место мы держим по-прежнему. Но поражение одно единственное обидное 3-6 от Динамо Бреста. Ну, такое себе. У нас матч в городе, Славия Мозырь, потом Батэ. Да, Гришико Майнкрафт. Ну, скорее в Роблокс буду играть, чем в Майнкрафт. Адмирал блистает, да, он спас. А, Кон Цэ Чао заметен на стадионе Юность, он просматривал Эдо Кочинян, а это, короче, тренер Порту. Нас новый завезли. А, ну, блин, круто. Это хорошо. Или Бравл. Как думаете, Майнкрафт потянет? Думаю, да. Слава, что? Тебя одолела слава. Господи, какой кошмар.
Лучше копать или онлайн. Блин, кстати, не играл. Ну, знаю, о чем идет речь, но ни разу не играл, нет. Так, Адмирал играет на отлично. Где-то играет Кадила. Слава. Хороший у тебя ник, ну поехали дальше. Мы поняли, что слава, слава это дело такое. Так, прикрепляю краткую версию отчета команде Витебск. Неинтересно. Неинтересно. И, кстати, есть Roblox, там смешной режим называется рандомизер. А что это? Что за режим? Так. Лучше Бравл Старс. Мне надо, короче, скачать лаунчер другой. Тем более, мне сегодня Леон выпал. Лол. Я сам охерел. Так, Саня Мазута, что? Посмотреть позицию новую, да, новые тренировки берем. Индивидуальная тренировка Дучима, эрбола, исполнение штрафных и геймер Терлик. Все правильно. Вот видишь, тренер херни не посоветую. Минор, не лучше Рагдул, а что это? Я тебя прокачал. Ты будешь исполнять тебе штрафные качаться. Блин, слушай, у нас слишком хороший старт. Мы можем замахнуться так на Лигу Европы. На Лигу Чемпионов я просто не думал, что в Беларуси две команды играют в Лиге Чемпионов. Это надо первое место. Трек про Минора. Сколько у тебя кубков Бравли? 4000 где-то? 400, 4200? Что-то такое. Использовать предложенный состав? Нет, я по факту решу уже. Что? Со стороны звуки, ну ладно. Команда Витебск, 10 место. Обязательно выигрывать. Там сейчас Путин выйдет после травмы. Да-да-да, все те, кто нас кинул. Так, по тактике. По тактике оставляем как есть. А, на данный момент нам говорят, что будет играть Путин 50-17. О, да неужели собралась вся эта... А почему Ротенберг не попадает в команду? А что за прикол? Ротенберга добавьте, что типа проблема? Я его заставлю играть. Он у нас уже сыграл, наверное, больше, чем вообще, чем хотел, блин. 5 матчей, да вы чё? Я помню, пенсия большая, понимаю. Во, что делать? 50-17 по кубкам погнал. Что за вопли? Или это типа вставлю звук? Не надо меня так пугать. Блин, я говорю, он сыграл 5 матчей, он, блин, в прошлый раз Локомотив сыграл меньше. Я вот говорю, я его заставлю играть, он что в сборную попадет. Он поляком будет играть. Так, сородинская команда Шахтёр Солигорск, доступные игроки, это неинтересно. 50-17 тест пройден, хорошо, поздравляю. Мы фавориты, да, мы фавориты. Сейчас посмотрим, что нам по составу предложат. Так. Единственное, что я выпущу Алтына по заменам. Ротенберг почему-то не попал на замену. Что за херня? Я готов его вместо Юрия Бананова выпустить. А, должно быть два вратаря. Да ну нахер. Не нужен нам вратарь вообще. Короче, это так неинтересно. Так, Саня. Саня, давай-ка ты будешь вообще вместо Эдо. Вот. Рипер выйдет вместо Алтына. Мы прям рискуем сейчас по-жесткому, но что поделаешь. Все, поехали. Сейчас я вас куда знаю, не хватает. Вам звонит Мишел ДЗ? Серьезно? Гом Мазут на замену. Нет, Сашка выйдет в основе. А вот если он сегодня забьет, то он выйдет на все. Здесь его полномочия все. Да что, игра зависла, что? Нормально. Ой, да. Ну, посмотрим. Мы играем все матчи в атакующий футбол. Мы как прям доминирующая прям сила. Сейчас посмотрим. Пока что, да, у нас удар был по воротам, но створ пока не было. Мишка Фредди. Понимаю. 12-13 минут сыграно. Так, секундочку. Это атака на нас идет. Хорошо. Спасибо, сталкер. Второе место мы держим. В случае победы выходим на первое. Нормально. Любим бабушка 17, которая жива. Которая есть, да. Согласен. Согласен. Минор, успокойся, а что он там писал? Я что-то. Да, ну просто капсом и я ничего. Я очень голоден. Что? Дай мне свой. Какой кошмар. Ладно, поехали дальше. У Минора шиза. Да, есть такое. С этим ничего не поделаешь. Он слишком молодая легенда. Блин, прижали нас вообще-то. Я не вижу никаких такущих действий. Мне кажется, потому что 50-17. В нападении. Нам надо что-то менять. Блин, сейчас доиграемся.
Так, верни тебе тактику. Да, блин, дайте мне тактику выбрать. 50-17, пошел он с поля, Эдо выйдет вместо тебя. Если ты нападающий, должен забивать слишком быстро. Давай сверх атаку. Да мы сейчас пропустим. Что? Сейчас во втором тайме попробуем 15 минут после перерыва выйти и пытаться задавить. По ударам? Блин, ну кстати, вообще херово по ударам. Так, общение с командой агрессивно. Я недоволен игрой. Нападение скажу, я расстроен. По защите скажу страстно, что вы можете лучше. Сверх атакующий, да, попробуем. Я покушал, да, с возвращением. Попробуем задавить, хотя бы один гол нам надо запинать, и дальше, может быть, будет проще. Ну, Витебск хорошо держится, хорошо, тут ничего с ним не сделаешь. Да, они забьют, они сейчас забьют, походу. Такими темпами. Они слишком хорошо играют. Кайф третий раз, да, привет, привет. Бананов нервничает, Перлик и Крипер опасается. Но у меня есть кого заменить. У меня еще 2-3 замены есть. 2 или 3 точно. У нас на замене Бридж Юнион, Погода, Дуча, Малтын, Грейси и так далее. Давай наступающим. Наступающим. Есть! Адмирал. Блин, Адмирал спасает команду вот во всех случаях. Кстати, 4-й сервер. И это 5-й. Подожди-ка. Сейчас скажу. Ну, который создан и мой 4-й. Если в сумме серверов, связанных с моим каналом, то 5. Так, у Адмирала травма, стоять. Адмирал Алтын. А, Крипер, давай-ка на замену выпустим Дучима. И, конечно... Блин, а этого нету, что ли? Ну, ладно. Кстати, гость, я забью 10 голов, ты вернешь мне 10-й номер. Сашка, максимум 15-й какой-нибудь. Что за шантаж, Сашка? Вообще 6-я РП Грейси. И да, есть еще 6-й. Но он как бы не активен сейчас. 1-0. Мы вроде тащим. У нас еще на замене Бридж Юнион. Он может выйти вместо Терлика. Давай. Блин, замены кончились. Терлик вообще уже выдохся. Его нет, в смысле. Кстати, что там о наворотах? А, все нормально. Посмотрели, поржали и забыли. Я недоволен своим игроком. Почему он опасается играть жестко, уверенно? Я с ним поговорю. Хорошо. Но ты уже, видишь, стал играть в основной команде. Нормально все будет. Я очень голоден, дайте мне соль. Зачем? Кстати, можно мне 4-й номер? Если он не занят. Так, 4 минуты, пацаны. Нам надо как-то дотерпеть. Идем на первом, но, блин, я говорю, блин, Динамо Минск, 20 забитых, 5 пропущен, у нас 13, мы забиваем очень мало. Дай мне бутерброд. Ой, как все. Блин, хочу повышение ДП. А это мы будем в конце сезона решать, кому повышать, там же можно контракты обновлять. Вот будем решать. Да. Победа есть. Следующий матч с командой Городея. Мне просто интересно, в кубке мы далеко пройдем или нет. Слушай, ну вообще, в принципе, у нас, как бы, вот если посмотреть. Сейчас покажу. Так, сейчас покажу. У нас 6 побед, 1 поражение. Победа у нас 1-0, 1-0, 1-0. Вот такие, в основном 1-0. Но по факту Спартак так чемпионат России выиграл. Можно 4-й номер, как в РПЛ. Но если поражение, так 6-3, блин. Да. Так, номера. Саня Мазута. Где ты? 26-й. 4-й номер. А, он свободен, ладно, так же быть. Хорошо. Так, все, сейчас время пролистываю. Сейчас 5 сек я подойду. И мы продолжаем. У нас матч в Городе, а потом в Ахте.
Ну что тут у нас? Стул! Говно, песня, выключай! Минор, ты про свою, что ли? Ну, в смысле, которую ты скинул. Что это такое? Самурай, серьезно? И так много песен? Так много меня есть сегодня, серьезно? Курите стол? Не, я не курю, ты что? Я тут прошлый год назад, да, сорвался, я помню, я курил прям, ну прям сидя курил, но может быть месяц. Потом я на электронку перешел, а сейчас я не, ну не то, ни другое, ну ты понял. То есть вообще ничего. Да, тяжеловато было первое время, но, учитывая, знаешь, как говорил Марк Твен, курить бросить легко, раз сто бросал. Вот. Так что это, Мияги и Минор топ. Понимаю, понимаю. Что? Лулаку. Блин, я думал, это Лукаку, блин. Нет, у нас есть свой Рукаку в команде, это Минор. Он забивает свои ворота в чужие, нормально все. Мы фавориты, да, это хорошо. Блин, ну это по сути поражение вообще ни из чего у нас было. Объективно, Мияги, что? Молодец, а то сыну плохой пример подаешь. Это да, это да. Да нет, даже как-то самому тяжеловато, когда типа вот этой херней занимаешься. Бывает, конечно, такие моменты, что ты можешь сорваться, типа там начать эту херню опять заниматься. Это да. А, по сравнению со стулом, фигня. Понимаю, понимаю. Сейчас 5 сек я подойду опять. Мне нужно тут небольшую аварию устранить. По-доброму, старый брут и труд, панту бить, искал, оклемайся, манта, редиды, да. Финки, ты мол, ваш укилюб, пристав, стопудово там, он разбил себя, подубитый. Она не такая сильная, как была на прошлой неделе, но все-таки не принято. Минор по сравнению со стулом, да-да-да, смотря с каким, если стулом Сашки, блин, стул Сашки, я не знаю. Толчок потек, 100%, не-не-не, не толчок, бачок потек. Кстати, доказано, что дети 80% решили не курят. Не согласен. У меня отец курил, ну, короче, прям курил. В итоге, ну, прям, ну, короче, какая-то херня. Он, короче, ну, я вот там появился, все. Так, это что за контракт, с кем? Ладно. Он курил, потом в какой-то момент он бросил, он в итоге опять начал. Но это не остановило меня, то, что, типа, я лет 13, наверное, начал. Но это влияние общества. Может быть, может быть. Но в итоге сейчас по факту он вот ему сейчас где-то под 50, но он уже прям бросил полностью. Типа того. Вот. Так, у нас вот такой состав нам предлагают сейчас выставить. Ну да, да. У меня нет стула игравшего, я на табуретке. А, Сашка, а как же твой стул на даче? Ну, про который мы слышали все эти истории. Саня Мазут опять на замене. Ну, давай-ка вместо... Так, Дучи мы выпустим... Дучи у нас выйдет вообще, давай-ка вместо Алтына вот сюда. Хоть и не по позиции, но да ладно, разберемся по факту. Так, у нас что, матч начался, да? Хорошо, хорошо, поехали. Я ничем с ним говорить не буду, все, без комментариев, поехали. Тут надо разбираться, конечно. Ой, блин, я, короче, скипнул, сорян. Минора на банку надо, манан геймин. 50 лидер. Понимаю. А, я слышал. Гол. Спасибо. Спасибо за забитый гол. Интересный факт, я хочу манты. Эрбол, а когда ты не хотел манты? Пенальти. Эрбол, ты можешь сейчас забить гол. Хрен тебе не манты, ты пенку не забил. Да вы чё, блядь? Ну как, не забить пенальти, вы чё? Я в шоке. Бить при любой возможности. Поехали. Кошмар. Не, ну как бы типа 1-0, да, там... Чего? Первое место, да, мы как бы держим и с отрывом 2 очка. Но надо больше забивать. Надо прокачивать пенальти. А, ты хочешь сказать, что дело все в этом? Ну, может быть, может быть. Мне кажется, нет. Мне кажется, просто нога дрогнула.
У минора рука, у тебя нога. Зато у минора не дрогнул нога забивать свои ворота. Вот это прям вот вообще. Так, вот лучше мы голевая передача, прошу заметить. Саня Мазута, где ты? Я тебя не вижу. Ты вроде на поле, но тебя... Где? Прочитай предыдущее сообщение. Блин, вспомнил прикол, типа, папа, когда он был отцом лучшего сына в мире, вот я не знаю, спросил у дедушки. Подожди-ка. Надо мне догнать эту тему. Ладно, понял теперь, понял. Минол, Мацун, Мутин, Драчун. А, ну, спустя, ну, ты наоборот, я понял. Грейс, какого быть самым богатым, лучшим стримером? Ну, спасибо за это. Спасибо. Я сначала подумал, ты говоришь, богатый. Что, тогда кто-то про богатый написал? Нет. Спасибо за такие пожелания. Нормально, нормально. Сойдет. Так, у нас Марат Бананов выдохся. Марат, давай-ка, давай-ка отдохни. А тебя некуда выпускать. Можно поменять с минором, а вместо Марата выйдет Крипер. Нормально. И потом Алтын выйдет вместо Мазуты, походу. Кстати, как там мои статы? Просели, Сашка. Опять просели. Вот это прям печально. Сашка, ты должен забивать. Играем в Беларуси, а ты что смотрел? Конечно. Crazy Mega Hell Top? Ну да. В какой-то степени, да. Как там мои статы? Нормально. Пенальти не забил, а так нормально. А мы сейчас подведем итог после этого матча. Как у нас кто забивает, кто там вообще по оценкам как. По матчам посмотрим. О боже, уберите этот гимн. Никита, ну ты что? Украина фоп, что ли? Кидай гимн Казахстана, мы послушаем его. 1-0. Не засчитан, правильно. Пошли вон, еще будет голы засчитывать нам. Так, замены нужны. Так, погода. Саня Мазута на выход. Адмирал вместо Дучима. Блин, Беларусь только 3 замены может делать. Кто против гимна? Никто. Сколько стрим будет? Ну смотри. Я думаю, первый круг нам надо доиграть сегодня точно. До паузы. Ну вот это межсезонный. Либо Алтын, либо Эрбол уже скинули гимн Казахстана. По-моему, да. Кто-то скидывал. В смысле? Опасно, опасно. Говорю, осталось играть буквально 3 минуты, а мы тут висим на 0-1. Я говорю, мы все матчи 1-0 выиграем. У нас этот Динамо Минск догоняет. Путин, забивай. АХЗ как скидывать? А там ссылка есть, стрим диджей. Туда. Ссылку с YouTube, ну, YouTube видео и все. Не похоже, что вы осуждаете, легенда. Оу, понимаю. Ну ладно, ладно. Ладно, ладно, как скажешь. Все, следующий матч с Батэ, пацаны. Это будет весело. Батэ на 4-м месте, серьезно? Блин, да такой Батэ надо выносить. Путин блистает. Так, по статистике, давай посмотрим. Во-первых, начнем с того, что кто больше всех у нас получает. Владимир Путин 10 тысяч долларов в месяц. Потом Борис Ротенберг 8 тысяч. Адмирал 7 тысяч. 7,5, прошу, извините. Бридж Юнус 6. Дучим 4 тысячи. Кто меньше всех получает? 50-17 просто. Посмотри мои статы. Сашка, вы 50-17 получаете по 15 долларов в неделю. О чем может идти разговор? Газ, ты дед садо, мало, хочу больше ТП. Нет. Нет, зачем? Давай посмотрим просто теперь по цене. Я и 50-17. Не, ну еще есть Марат Банан, получает 15 долларов. Погода, погода. Минор. Блин, минор за 15 баксов жопу рвет просто. Никит Штурмовик 15. Алдын 15. Какая дискриминация какой-то попахивает. Брики ванне поиграть за римскую. Что? Даже в саду я уже был гангстер. Так, по цене. Самый дорогой игрок у нас Борис Ротенберг. 450 тысяч. Эрбол самый дорогой 180 тысяч. Никита Штурмовик 180 тысяч. Эдо 155 тысяч. Адмирал 145. Минор 145. Путин, блин, 110. Самый дешевый игрок у нас это Крипер, считает 7 тысяч. Мы выиграли? Да, мы выиграли. Вот такая ситуация. По составу. Так, информация по составу. По играм. Больше всего сыграл игр Airball. Меньше всех сыграл Крипер, но один матч и два на замену. Борис Сентерберг сыграл, ну вы поняли.
осуждаю. Пошли дальше. Вот, по голам. Больше всего голов забитых. Владимир Путин 4, Адмирал 3, Эрбол 3, Саня Мазута 2, Минор 1, Сталкер Сокол 1. Да без Б, кидай номер. Прокачай мне пенальти. Грейс, дальше стримай, пошел спать. Ладно, давай, спокойной ночи. Спасибо, что был на трансляции. Спасибо, спасибо. Да, на легенду можно мира сделать. Минор 300 баксов. А, да, конечно. По голевым пасам. Эдо 2 гола. Голевый пас. Грейс 2. Дучин 2. По одному. Геймер Терлик, Адмирал, Марат Бананов, Бритиш Юнион и Саня Мазута. По оценкам. Лучший топ-5. Адмирал, Саня Мазут, Владимир Путин, Грейс, Эрбол. Ну да, как-то так. Я скинул гимн. Да, я понял, что это похоже на гимн. Гимн Армении, серьезно? Ни разу не слышал, честно. Но звучит, да, звучит прям красиво, я бы сказал. Мелодично. Минор шестанутый. У меня 3 по системе, гол плюс пас. Саш, кому не интересно? У нас следующий матч с командой Батэ. А нет, Славия Моздырь, а потом уже Батэ. Вот, по поводу середины турнира, надо сейчас посмотреть. Я скинул гимн Казахстана, хорошо. Так, мы сыграли 8 игр, чтобы нам... Ну, короче, как в России, надо сыграть еще столько же. По времени у нас где-то есть еще, ну, 40 минут, час, чтобы все это доиграть. Минор гений. Хорошо. Хорошо, Алексей готов посетить корпорацию. А кто это вообще? Скаут? Ну ладно, пусть подпишет. А, Батэ это из города Борисов. Ничего себе, Грейс, ты видел, что я второй по средней оценке за матч. Да, бывает. Минор, пока ты осуждаешь песни, осуждай твою игру. Адмирал! Получил травму. Придется идти к врачу. Я не буду рисковать с этими уколами, потому что потом может быть хуже. Адмирал, понимаю, там ценный игрок для нас, так далее, но... Типа нет. О, Батэ проиграл. Лол. Батэ вообще сливается. У нас, получается, мы на первом месте, идет две команды. Динамо Минск и мы. Старт идеальный. Просто, Грейс, какой у тебя рост? У меня рост 172. Пока все будут создать мою игру, я буду переворачивать правила в рэп-игре. Блин, ну и даже не знаю, чем крыть, Минор. Я сейчас подойду. Это еще прикол был. Типа да. Типа да. А что? Блин, играть в Беларуси под гимн России. Шутка, знаете, что выше Грейса желание Минора... Выше Грейса желание... Чего? Я запутался, подожди. Сокол показывает хороший прогресс. У нас матч с командой... А давай по... Бертенберг травмирован! Да ну нахер, да неужели? Да как так-то? Русские идут, ура, ура. Он опять травмирован. Бертенберг вещь на травме. Я не знаю, как он вообще играет. У нас сейчас, получается, отсутствуют 2 человека в команде. Не, ну, в принципе, как бы... Александр Гармаз завершил тренерские курсы. Пускай. Ротенберг все, уже восстановился. Вышла новая детская игра, что ли? В смысле? Не знаю. Так, по этой тактике. Меня немножко, как бы, немножко настораживает. Давай-ка я лучше буду играть, как вот играл вот ранее. В одного нападающего, но в надежного. Да. Потому что 50-17... Блин, 50-17, по факту, его надо отправить в аренду вообще. Отправить в клуб партнер. Его надо... Так, давай сейчас трансфер доступен для аренды. А, нельзя сейчас пока сделать. Ладно. Короче, 50-17 надо отправлять практику набивать. Он что-то вообще сдулся. Я про рэп-игру, в которой играет Минор. А, это не рэп-игра. Это игра, это жизнь. Ты что? Кстати, когда 12 лет станешь миллионером, Минор-то, ну, ограбит людей. Еще что-нибудь. Для него, типа, это без проблем. Играем в атакующий. Украинцам везет, их не спрашивают в школе. А Украина будет играть эти матчи с Финляндией завтра. Мне было бы интересно, будет ли шестая ничья. Ставьте на ничью Украины. Блин, вообще изи просто. А, подожди-ка, мы что играем? Мы играем в желто-черной форме. Через 12 лет мне будет 25.
первый гол Шатель. Что? Уже две желтые карточки у нас. На 13-ю минуту. Мне это прям что-то нехорошо. Попахивает красный, блин, в перспективе. Эрбол, ну зачем? Желтая карточка. Так вот так рано. Прочитай предыдущее сообщение. Напряжение икроножной мышцы отнимает черный. Ну, да, нет. Блин, непривычно смотреть, что мы играем в черно-желтой форме, но это типа третья резервная. Блин, мы сейчас доиграемся. Нас прям подприжали прям по полной. И нас прижал хрен знает кто. Так, нам нужен вот сюда человек. Так, Дучим на поле выйдет Саня Мазута. Играем вот так теперь. Давайте попробуем в понедельник спить кружку из столовки. Блин, ну это будет прям криминал минор. Опасно. Гол. Минор забил. Минор? У меня в основе нет просто. Нет, Минор забил. Минор забивает даже больше, чем Сашка. Прошу заметить. Прикинь, когда в школу в четверг шел какой-то пацан и зал меня Серьер Банан. Серьезно? А это Дин Казахстана, да? Да, я помню, его скидывали. На первое место выходим. Выходим с отрыва 3 очка. Так, нападению скажу, что нужно больше забивать. 1-0 это вообще не счет. Мы все матчи. И вот я вышел, сразу забил. Нет, Минор сам хотел забить. Просто ты вышел так удачно. Банан, это Дючем был. В смысле? А. Понял. Ну почти, ну как так-то? Что? А что случилось-то? Осуждаю, не надо такие вещи писать, не надо. Счет 1-0. У нас как бы есть 50-17 на домене. Но это козырь, который стреляет очень редко. Очень. Надо делать замену. Нам нужен еще один нападающий. И это будет 50-17. И я не шучу сейчас. 50-17? Прошу не ссориться. Да, давайте меня. Гол. Мазута. Мое почтение. Мазута забил. И выводит команду вперед. Как скажете. Ну, типа, да. Давайте поспокойнее к этому всему относиться. Во, вот вроде подприжали немного. Как называется, нас надо спросить? Не знаю. Ну, ты спросил, конечно. Тебе, ты, наверное, лучше знаешь. Что? Списываем какую? Каким образом? Я вроде писал, думал, Минор тоже. Ну, Минор-то не факт. Минор мог серьезно написать. Блин, пацаны, вы сейчас доиграете, что мы опять этот пропустим. Тяните время. И надо делать замену, судя по всему. Сейчас посмотрим. Учебник биологии. А, понимаю. По заменам. У нас можно выпустить крипера. Так, давай-ка вместо Минора выйдет. Минор пусть отдыхает. Ой, да. Терлик вообще выдохшийся, но он играет каждый матч. Минор везде найдет. Ну да. Минор такой. Ладно, я пошел. Ладно, пока. Спасибо, что был на трансляции. Если что, приходи еще. Спокойной ночи. Там куда-то там собрался, в любом случае. Хороший стрима, да, спасибо. Тебе хороших выходных. Хочу свой ЧПД открыть. Блин, я бы поучаствовал, честно говоря. Это было бы интересно. Но, блин, в принципе, у нас ЧПД как бы в главном чате происходит, поэтому... Просто там будет уже специально на это рассчитано. А, как гость. Понимаю. Типа как гостя приглашать кого-либо к нам на сервер. Ну, это интересная тема. А меня позвать. Ну, если есть микро, пожалуйста. 1-2. Еле-еле, но вроде стащили. Главное не пропустить. На последних минутах не пропустить.
Я в шоке. Кошмар, кошмар. Первое место. 2 очка отрыв. И матч с Патэ. Чисто его обсирать и все. У меня есть микро на ноуте. А, ну да, вроде. Мы же с тобой играли. Вот Сашка утащил катку. Сейчас посмотрим, кто будет лучший игрок. Минор вдохновляет серп на победу. Сашка, твоей фамилии здесь не было. Так что отметь выступление Минор, да. Йо, ты крутой. Поехали дальше. Опять просматривают Эдо. Кстати, сейчас что-то в сборной не вызывают. Что-то какое-то затишье такое-то. Прокачай пенальти. Ну ладно, давай. Направление. А, пенальти есть тут? Исполнение штрафных... А, исполнение пенальти, да, есть. Все, отлично. Че, матч с Патэ. Блин, мы слишком хорошо стартанули. Мир у Сашки, если пап, что пап на первом месте на все... А, что? Блин, я не стал такие шутки говорить здесь сейчас. Не надо. Не надо. Настоящий герой не выходит на публику. Да, Сашка, ну что ты? Сетка готовится матч в Патэ, и мы фавориты. Да блин, что за херня? Мы фавориты в каждом матче. Мы что, походу, должны выиграть чемпионат Беларуси, блин, выйти с первого... Мы... Вот кто смотрел прошлый стрим, мы на соплях вышли с первого места в высшую лигу. А сейчас мы, типа, должны выйти на первый, ну, как-то это... Дубль проигрывает, похрен на него. Дубль нас вообще не интересует, нас интересует наша главная команда. Дай посмотреть мою стату. В смысле? Внимание, герой сервера. Ну, такой антигерой, я бы сказал даже. В плане посмотреть стату, Сашка. Твои характеристики? Вот они. У тебя самый хороший — это храбрость и решительность. Ну, координация. Почему ты фланговый защитник? А, ладно, пофигу. Ты, кажется, другую тренировку выбрал. Да не, нормально все. Да тренировка, она есть тренировка. Все будет нормально, пацаны, Патэ. Что скажет нам ассистент? Он нам говорит играть таким составом. У нас есть джокер Саня Мазута, который будет выходить на замену после первого тайма. Блин, эта песня уже была сегодня раз 100, наверное. Давайте что-нибудь другое. Давайте. Блин. Нет. Это нам больше подойдет. Пацаны, давайте. Это Батэ. Это самый главный. Он умер, пока бегал. Это самый главный матч у нас. В принципе, обыграть Батэ, значит, можно после этого говорить, что мы можем выиграть чемпионат. Агрессивно. Я хочу, чтобы добил пару голов. Поехали. Я про женщину. Да. Ну, я говорю, она слишком часто была. Это то, что я пел ее в караоке, это не значит, что, типа, ее надо играть постоянно. Будь стрим на Твиче. Я думаю, сегодня футбол будем смотреть. В Дискорде. Опасно, нам могли забить. Она была 3 раза. Все, я тебя понял. Хорошо, хорошо. Блин, ну мимо ворот. Может, на Твиче? Что, в смысле? На стрим? Да не, наверное. Я думаю, у нас на Твич еще воскресенье останется. Либо суббота. Ну, как я говорил. Я просто не знал, что сегодня футбик будет. А, типа... Там можно угарнуть. Надо найти трансляцию того мужика, помнишь, который читал донаты. Вот надо его трансляцию смотреть. Это самое топовое. 0-0. Что нам дает ничья на данный момент? Первое место. А вот победа... А, ну потому что Динамо Минск еще не играл. Но можно уйти в отрыв. Давай, Моргенштерн, можно сфоткаться. В смысле? Мне аж плохо стало. Блин, Батэ разрывает нас. 57 спал кого-то. Что, бабушка кого-то из чата? Господи, какой кошмар. Ну, Батэ сильнее нас. По статистике сильнее. У нас один нападающий, он не справляется. У нас, конечно, есть козырь. Эдо встает в атакующий полузащитник, и Сашка выходит. Да. Мы, в принципе, сейчас так и сделаем. Полузащите скажу агрессивно, что... Расстроен нападению, что тоже расстроен. По поводу второго тайма. Какая у меня тактика? Эдо выходит, выдвигается сюда. Дучим. Давай-ка. Саня Мазута. Эта тактика еще никогда не проигрывала. Из-за Моргена кашляет. Ну что-то да, как-то прям поплохело даже.
Сейчас посмотрим. Но нам, в принципе, знаешь, захватить за ничью, ну, тоже нормально. У нас борьба за Еврокубки, в принципе, реальная, я так скажу. Если мы еще в кубке далеко пройдем, то да. У Прохора новая девушка. Опять? Серьезно? Понимаю. Так, инструкция команде. Давай попробуем бить при любой возможности. Может быть... О, хорошо! Офсайд. Сверхатаку? Думаешь? Мы уже забили. Мы уже забили. Просто офсайд был. Ну там прям чисто был офсайд. Ну, я согласен. Какая-то миллионерша. Какой кошмар. Эрбол штрафной. Вратарь вытащил. Вроде как. Ну, блин, ну бить при любой возможности, но не прям так, типа, бить. Пенальти. Пенальти. Плохо дело, плохо. У нас как бы есть вариант выпускания второго нападающего, да. Нам нужен 50-17. Я еще Никита. Никита выйдет вместо... Будет вместо Крипера, а вы поменяетесь с Сашкой Мазутой. Вот такая замена будет. Виноват Сашка. В натуре, да, конечно. Пенальти. Пенальти? Пенальти. Эрбол. На тебя смотрит вся страна. Ты просто спасаешь команду. Нормальный трек. А я не слышу, у меня болельщики его слишком громко орут. Предлагаю, чтобы фанат орали на Сашку и фанат Спартака на Глушакова. Так, давай-ка сверхатакующий уберем. Просто на атакующий. Ладно, ничья с Баты, это, в принципе, неплохо. Но нас догонит Динамо Минск, скорее всего. Подожди-ка, 50-17. У тебя был шанс. Сашка Иуда, к чему? Ладно, ничья тоже неплохо. Было бы смешно, если бы они сейчас забили. Прям вообще, я бы дико орал бы с этого. Я не буду с вами разговаривать, ну, типа, смысл. Так, Марат Бан после матча, что сыграл ничью? Выглядит измотан, нуждается в отдыхе? Ничего не знаю. Мне вот тогда я мог давать отдых, сейчас нет. Он как Глушаков. И да, что я не всегда должен матч тащить. Ну, знаете. Сашка, вы легко перебываетесь. Я буду тащить, пацаны, я затащил матч. Нет, теперь я не каждый матч должен тащить. Ну, Сашка, ну, какой-то херней попахивает, нет? Так. Проигрывает нам Брест дубль, это все понятно. Ладно, первое место. Но у нас по мячам... Только за счет того, что мы победили Динамо Минск, мы идем на первом месте. По разнице мячей, вот если так посмотреть, мы на... Ну, прям не очень хорошо. По забитым мячам мы тоже не очень хорошо идем. По пропущенным, в середине... Мы пропускаем очень много. Кстати, как я затащил, так всем пох. Как затащил, так всем виноват. Конечно, Сашка. Конечно. Ну, ты что хотел? Так что да. Так что да. Это так работает, согласен. Смотри тренировку. Давай посмотрим. Где-то у нас тренировки дополнительные. Угловые. Ой, извините. И правда угловые, а не пенальти. Ну ладно. Следующий матч с командой Белшина. Меня вообще оштрафовали за красную. Ну так, ок, затащи. Что, Сашка? Что? Немножко не понял, ну ладно. Так, сколько мы матчей сыграли? Мы сыграли 10, нам надо еще 5 матчей сыграть сейчас за оставшееся время. Я думаю, что в принципе... Алтын подписал новую сделку? Блин, они там сами контракты подписывают. Грейс, потребуй мне штрафные. Окей. Сейчас, секундочку. Давайте сразу скажите кому, что потренировать, и я сразу поставлю. Посмотри статы. Руку сейчас посмотрим. У тебя есть стат «Самое хорошее принятие решения 16». Координация. Я понял, что за трек. Я понял. Так что да, вот такие твои статы сейчас. А у меня... Сейчас посмотрим у тебя...
Двадцатка импровизация, двадцатка решительность, двадцатка природные данные, двадцатка исполнение штрафных. Я помню пенис большой, ну, вот как-то я так. Помню пенис большой, я помню пенис большой. Путин травмировал, ушиб бедра. Я знаю пенис большой, 50-17 будет играть. Я знаю пенис большой. Говорят, что это песня про внимание, да. Пенис большой. Чувак сам того не заметил, стал шестеркой, ты про это имеешь в виду, да? Согласен. Матч Белшина, потом Шахтер Солигорск. Пенис достал до груди. Пенис большой. Пенис огромный пиздец. Да. Братишка, ну ты. Я сразу вспоминаю ролик про минора. Так, подожди, мне еще надо по тренировкам тренеров посмотреть. Возможно, надо поменять немножко. Перестроить, да. По тренерам, кстати, по персоналу, мы самый лучший клуб вообще в Беларуси. Считаемся. У нас тренеров, смотри, 19 человек. Как у Симака, сколько там у него там ассистентов. Я помню манты. Я помню. Да, канадский чемпион. Зачем мне Куба Канады? Зачем вообще? Это мне не... Команда слишком низкая для ЭДО? Братишка, ты хотел бы со мной. Ну, не знаю, не знаю. Банлист большой, да. Банлист большой. Резиновый. Там место всем найдется. Так, нашли три коллектива. Сталкер, Сокол, Адмирал, высокоавторитетные игроки. Ладно. Эрбол, кстати, стал авторитетным. Где Сашка? Сашки нет, я помню Куба. Да, Куба все помнят. Как-нибудь сыграем. Так, ассистент, разберитесь. Большой, это Грейс Путин и Минор. Серьезно? Ну ладно, ну ладно, ну что поделаешь. Я помню пенис большой. Я помню. Я помню обзор на мат. Я помню лямчик большой. Я помню пенис большой. Так, играем дома с Белшиной. По тактике. По тактике. Играем два нападающих. Я настроен решительно. Я все-таки пытаюсь дать шанс 50-17. Будет трансфер на окно. Вот, блин, 50-17, покажите мне его статистику. Он не забил, блин, ни одного гола. Ни одного гола. 5 матчей. Ну, блин, извините, должен был забить. Забивал бы больше, он бы играл бы. Вот, если не забьет, он уйдет в аренду. Будем играть без нападающих, как-нибудь, я не знаю, но 50-17 надо набирать ему. Ему надо набирать форму. Иначе, ну, это несерьезно, прям. Я осуждаю Минор. Минор, дурак, простак, сейчас 5 сек. Я подойду, пусть пока играет. Все-таки гол. Да, я видел краем глаза. Знаете, зачем три главных дурака? Потому что мы самый первый, кто там был. Да, кстати, да, вы первые трое, в принципе, вот мы втроем, кто основывали наш последний и крайний, скажем, да, крайний, это неправильно звучит, последний и самый стойкий сервер. Мазелов топ. Да, в смысле? Нам гол забили, что за херня вообще? Терлик нервничает. Кстати, Терлика вообще по факту надо менять. Он вроде играет, но что-то не хватает ему. Вот в этом вся проблема. Давай сверхатаку. Конечно. Евгений Кириссов. Я тебя понял. Так, в полузащите скажу страстно, что вы способны на большее. Нападение скажу так же, что ты должен переломить ход игры. Поехали, пацаны. Блин, ну сливаться в Белшине. Ну вы что, серьезно, блин? Чтобы Динамо Минск ушло на первое место? Тут, нет, получается, в теории мы за пятерку можем побороться. То есть борьба за Еврокубки, блин, это оказывается возможно. Вот в чем прикол. Покажите мне поле. Гол. Эдо забил? Блин, чувак, спасибо тебе большое. Ты желтый кварч, конечно, но, блин, чувак, ты... Сады, придони, свишни, нормальная тема. Блин, давно не попал сок.
Последний раз я покупал сок томатный, я с него траванулся. Но я покупал в Пятерочке по красной цене. Я не знаю, почему всегда его покупал, был нормальный. Я тут прям траванулся, что я даже на работу не выходил. И один раз был, я купил сок грушевый узвар, Сашка. Гол. 50-17. А, лол, опять не засчитали. Да потому что это гол 50-17. Вот, покупал украинский узвар, а вот теперь засчитали. Так что он еще пока не останется. И мне так с него было херово. Я думал, что у меня почки отказали. Я тоже на работу не вышел. Тогда, помню, день точно не мог выйти. О, это красное. Подкат сзади, это красное. Путин, ты что, охренел, что ли? Да нахера, блин, сзади подкатываться? Блядь. Нахера? Мы выигрываем. Путин, у меня к тебе очень большие вопросы. Так, Терлик. Меняем. Тебя? Порог, когда не пей красную цену, от нее тормануться можно. Ну, я понимаю. А как бы я как был отеле? Ну зачем типа так делать? Зачем? Да. Порохл. Ну блин, порохл удаляться такое при счете 2-1, но. Вот такое. Опять минус ЗП, конечно. Обязательно. Минус зарплата обязательно. Так, Маратбан, Саня Мазута. Саня, место ИДО на поле. Можно Сашку тогда? А ему-то за что? Ему-то за что? Так что да. Победа. 2-1 есть. Он бухает и не тренируется? Ну да, что-то в этом есть. Сейчас чуть-чуть по музыку потише сделаю. Потому что да, приходится отыграться. Посмотрим стрим про хоккей, бабок и снюс. Да. Было дело, да. После матча пресс-конференции я опять не пойду. Путин заквалифицирован на один матч. Решит зарплату 2 недели. Без вообще, 50-17 блистает. Понимаю. Сколько у него голов за карьеру? В прошлом сезоне 5, в этом году гол 1, игрок матча. Ты прикинь. Я тренируюсь со всех сил, выкладываюсь на максимум. Да ладно, Сашка, ну мы все видим. Настолько выкладываешь, что тебя не пускают в основной состав, Сашка. Но это как бы, это повод задуматься. Ты не думал об этом? Так что как-то да. Так, Серпа пострадал за спорт душе отменить гол. Да ладно, мы победили. Ничего не знаю. Все нормально. Так, секундочку. А, покажите-ка мне, да, высшую лигу. Так, первое место. Одна ничья. С Батэ. Два... Ну, хорошо, плюс 2 очка идем, нормально. На третьем курсе чел гей. То есть ты уже вычислил это, да? Let's go. В плане что? По рофлу? А, удаление? Да, удаление по рофлу. Ну, прям вообще замечательно. Так подвести команду, но это надо уметь. Но это надо, конечно, уметь. Так, Серпо готовится к схватке с Шахтёр Солигорск, мы фавориты. Слушай, по-моему, Шахтёр Солигорск мы уже играли. А, может быть, мы играли тогда? Ну, когда мы играли в прошлой лиге, может быть. Сейчас посмотрим. Так, что нам пишут? Стоит пресс-конференция. Кстати, мне знаешь, что интересно посмотреть наш стадион вообще? Феерит, так, предматч по тактике. Так, клуб, покажите-ка мне информацию по стадиону, условия. Так, стадион Юность, город Баранович, вместимость 2000 мест. Партнерство, кстати, по поводу клуба-партнера. Клуб молодечно. Да. Так, переговор по действующему партнерству. А что тут можно сделать? Можно расторгнуть. Первоочередная покупка, да. Ну, они, короче, не согласны. Ладно, я понял. Так, по поводу руководства, персоналу. Количество тренеров можно попросить увеличение.
штраф перерабатывает. Да не. Да, мы вам разрешили дать еще тренеров. Отличная инфраструктура. Так, тренировочную базу нам можете расширить? Бросается глаза, что мы хорошо в ходу. Да, мы вам расширим тренировочную базу. Кстати, зайди в Дискорд, это срочно. Сашка, если это не срочно, то ты в следующем матче не выйдешь. Ты мне написал какую-то херню. Что? А, если то, что ты мне скинул, желательно бы красно-черное. Если нету, то черно-белое, Сашка. Все, я тебя понял, вопросов нет. Вопросов нет, все. Черно-белое бери. Это прям беспроигрышный вариант. Так, поиск головного клуба партнера. Давай, дополнительный источник дохода. Так, дохода не будет ничтожно мал. А, давайте, развиваться. Хотя мы обычно не даем добро. Да, они сейчас, нам сейчас предложат найти топовый клуб. Возможно, мы сейчас подпишем соглашение с каким-нибудь европейским клубом. Так, увеличение тренировочной базы 2,5 лям выделили. Вот так вот. Видишь, выбил бабки. Вот так вот. А, тут есть спонсор Adidas Nike? Нет, здесь такого нету. Если играть в FM, футбольный менеджер от FIFA, он последний, по-моему, в 2014 году выпускался. Там прям очень сильно расширено. Если хотите, мы можем попробовать скачать старый FM, и я покажу, в чем там прикол. То есть там как менеджер, ты можешь вплоть до того, что заниматься этим горнолыжными курортами, скалолазанием, покупать недвижимость, то есть вести какие-то переговоры, у тебя прям будет карта изображена, где твой стадион, как он увеличивать его, то есть какую трибуну, вот это все. Там есть такой прикол. Можно? Сашка, если не срочно, то у тебя заберут модерку. Нет, зачем? У него можно забрать модерку на Твиче, а здесь-то зачем? 8 игроков получили вызов в сборную. Молодежная сборная Казахстана, Никита Штурмовик, Эрбол и Алтын. Сборная Армении, Эдо и Крипер. Сборная России, Бридж Юми, Марат Банан, Дучи. А Путин где-то такой, ну да. Понимаю. Его не вызвали. Так, играем по такой же тактике. 50-17. А где Путин? А, у него дисквалификация. Так, ну в таком случае давай тогда вот так играть. В одного нападающего. 57. Блин, серьезно? А можно вас поменять? Так, а место вот так вот. Саня Мазута выйдет на в основе, но место Никиты. Поехали. Срочно, здесь зайди в главном чате, срочно. Блин, там какая-то херня какая-нибудь по-любому. Так, сейчас посмотрим. Время у друзей, так. А, в смысле, а что за прикол скидывания котов? Блять. Ну, пошел скоро встать, погадать еще. Да, на пока. Спасибо, что была на трансляции. Да. А, мы еще не начали, я думаю, мы уже играем. Что там? Зайди, тебе понравится. Какой кошмар. Что-то вы прямо у нас в Дискорд активизируется только во время трансляции. Я понял. Минор чек. Не обязательно ему понравится. Ему понравится это 100%. Блин, Шахтер Солигорск, какое место вы занимаете? А, третье. Слушай, ну это матч, в принципе, да, на отрыв, как говорится. В случае победы мы будем отрываться. Да нахера такое кидать? Зачем? Тут котиков кто-то кидает, Никита свое лицо кидает. И тут... Ну нахера? Меня нет, матч скучный. А мы тебя выпустим. И если после этого будет матч скучный, значит дело не в том. Сделай тактику, в смысле? По инструкции? Ну давай попробуем через навесы. Давай попробуем. У нас фланги, в принципе, я им не скажу, что слабые. Ой-ой-ой-ой-ой, как повезло. Что? Кто-то отправил? Ну, типа того. Я бы даже сказал бы хуже. Хуже того. Серьезно. Не, по ударам... А, нас по ударам нас перепинали, серьезно. Блин, а почему? Потому что у нас нападение 50-17 играет. У нас тут Алтын, все. Погода на поле. Все. Если 50-17 нападений, это просто статист. Все. Это, блин, я не знаю, конус. Там, манекен. 50-17 забивает очень мало. Это сливы фотографии. Нет, это не мои фотки. Ты что?
Но в этом матче, походу, мы сейчас доиграемся до нехорошего. И Шахтер Солигорск нас... Блять. Как так-то, блин? Замена, и все, и выпускать некого. Так, Дуча, по-моему, на этом фланге мог играть. Да, он мог играть. Давай выпускаем British Union. Поехали. Вот и начинается проблема. Фото Минора там. Там это где? Ну, вы поняли. Просто мяч выносит. Да, это сложный матч, судя по всему, нас ждет. Если мы скатаем ничью, это будет успех. Поэтому я предлагаю так, затяжку времени на максимум и попробовать бить при любой возможности. Понимаю. Так что да. У нас нападением печально. Если нет Путина, то все, нет нападения. Вот 50-17 мячом. Беру свои слова обратно. 50-17 сделан навес. Я так понимаю. Нет. Навес не, ему не засчитали голевую. Не защита. При таком раскладе у нас отрыв хороший. Мы от третьего места отрываемся почти на 10 очков. То есть это борьба за Лигу Чемпионов. Girl Stone Getter, привет. Что? Ну, дучим норм. Добавьте меня в Village Squad. А ты снимаешь ролики? Если ты снимаешь ролики, то обязательно скинь нам, мы посмотрим, и если что, тебя добавим. Пенальти. Эрбол, давай. С сегодняшнего дня Эрбол больше не бьет пенальти. Извините, но он запорол. Он теперь будет бить не явно не первым, он будет бить после Никиты. Ну, блин, два пенальти запороть, это нехорошо. Ты понимаешь, был бы счет там 3-0. Нет, теперь Никита, следующий пенальти точно бьет Никита. Можно я? Нет, Саша. Мы разыграли пенальти в начале стрима. У нас даже сталкер успел один гол забить. Мы разыграли новых. Сейчас мы немножко ротируем. Просто сейчас вот этот пенальти, он может решить исход матча. Как бы. Вот буквально домонтировал видео, теперь лежу, вот жду, вот досмотреть пришел. О, я тебя понял. Хорошо. А что за видео, по какой игре? Я просто немножко... Ты вроде был у нас уже. Я просто не помню. Это несправедливо. Так же говорил Порошенко, когда Крым отобрали. Просто понимаешь, если сейчас играем ничью, вот будет очень обидно. Поэтому давай ты потренируешься у нас немножко бить пенальти, а после этого ты уже начнешь их бить. Да, был у тебя на стриме. Да, я понял. Я вроде помню, что это был. Первое место. Мы идем, отрыв 2 очка от третьего у нас прям хороший. Я говорю, мы походу будем бороться за Еврокубки. И что, погода травмирован? Езжай к врачу. Никакого лечения в клубе. Сейчас посмотрим, что у нас по матчам. Нам еще по 10 играть 3 матча надо успеть. Сейчас посмотрим. Так, на пресс-конференцию не пойду. Космодромом недовольны жители. А, серьезно, да, кстати. Потому что всех заставляют идти в космонавты. Есть такое. Ислыч, 9 место. Надо побеждать. Алтын травмирован, да. Но в этом матче у нас как бы Путин не играл. Слушай, блин, но я до сих пор в шоке, что мы идем на первом месте. Потому что реально в Еврокубке от Беларуси у нас есть... нам, кстати, тренеров расширили, прикинь. Нам еще тренеров добавили, да ладно. Блин, кого бы взять-то? Так, объявление вакансии, тренер. Тренер вратарей, тренер по физподготовке нам точно нужен. И нам нужен просто обычный тренер. Тренер вратарей нам нафиг не нужен. Я снимаю видос, поиграю, если хочешь, то бери меня, там будет мой один ак и мой второй ак про нику одинаковый. Я сейчас тебя скопирую, этого ник, я после стрима я гляну. Хорошо. О, легенда пришла. Кто-то? 50-17, здрасте. О, да. Вакансия тренера объявлена, все хорошо. Ну, давайте, в следующем игре поиграем Star Wars Empire at War. Это типа от Лего, ты имеешь в виду, игры?
Так, так, так. Кстати, есть ваш подготовленный двухнедельный отчет. Так, недостаточно тренер. А, Александру Гацкан. Даже Гацкан, это тот самый молдаванин, да. Джанлука Дзамброта. Конечно, подписать Дзамброту как тренера. Это что? Это успех. Артем Казак, вакансия. Павел Погребняк, скаут. Серьезно, Павел Погребняк. Ну ты вроде у нас недавно играл, а теперь уже скаут. Так, курсы повышения квалификации. Отправить. Так, всех тренеров на курсы повышения по-любому отправляем. Отлично. Отлично. У тебя один гол за один сезон. Выйдите в аренду. Сашка, ой, Сашка, пиздец. Да, ты пойдешь в аренду. Мы уже решили, что ты пойдешь в аренду. Сейчас мы по трансферу. Аренда статус. А, тебя нельзя сделать. В чем прикол? Может, у тебя тоже контракт? Ладно, вспоминаем, сколько он получает, и сразу успокаиваемся, как бы, типа. Типа, ну, 50-17 получает 15 до... 15... Чего? 15 долларов. Так, Саня, давай тебе новый контракт предложим. Так уж и быть. А где, 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 где? А нельзя, подожди-ка, предложить новый контракт. Так что все, забудь. Из рэпа? Ладно, я ухожу. Из рэпа, серьезно? Так быстро? Ты вроде только начал. Барановича выиграли. Кстати, а что у нас там? А, в кубке выиграли, серьезно? Открыто достижение короля раздевалки. Достижение короля раздевалки? Минор, это твое достижение мое. Сегодня на втором аккаунте будет не сегодня два видео, на первом и одно видео, на том, которое пишу, плашите, да, хорошо. Видишь, сегодня будет, сегодня футбол будем смотреть. Сегодня будем футбик смотреть, где-то, наверное, сейчас минут 20 мы еще постримим и будем закругляться. Потому что мы Twitch выбрали на завтра, либо воскресенье. Я тоже буду. Натяжение икроножных мышц дучим. Какой кошмар. Ладно. Биоль что-то там забил. Погребняк подписать контракт как скаут. Лол. Погребняк все-таки да, с нашей командой навсегда. А Грей Шалун в плане. На Твиче футбол? Не, ты что? Нельзя на Твиче футбол смотреть. Ты что? Это бан будет. Я могу текст вот это вот так вот здесь в FM добавить. Ты что? Футбол за это забанят. Причем во время трансляции. Типа зачем? Марат Банан травмировал. Травмировал, выйдет в этот, выйдет Ротенберг. О! Головной клуб наш. А, Ницца, Тулуза или Бордо? Голосуйте в комментариях, в чате, какой клуб мы сейчас выберем. Я сейчас опрос запилю даже. Так, сейчас мы сделаем, кто будет нашим главным боссом. Бордо и еще кто? Тулуза? Обязательно, надо решить. Я сейчас опрос сделал, Мы сейчас будем решать. А, это срочно нужно решить. Это прям нужно срочно. Поэтому только по голосованию это можно сделать. Я не знаю, сейчас давай буквально, я не знаю, прям небольшой опрос. Но за Тулузу никто не голосует. У нас всего лишь 4 голоса, 2 за Ниццу, 2 за Бордо. У Бордо денег дофига. Это да. Это... А, кстати, можно посмотреть. Смотри, Ницца платит 73 тысячи. Тулуза платит 75. Бордо платит 73. То есть больше всего готов платить нам, кстати, как ни странно, Тулуза. 75 тысяч. Так что как-то так. Но 50% голосуют за Бордо, да? Ну все, тогда значит выбираем Бордо, да? Ну, Бордо лучше. Всем привет, геймер Терлик. Привет, привет. Терлик, еще раз напомню, никогда не бери в фикс-прайсе арахис жареный, соленый. Никакой не бери. Вообще никакой. Потому что от него потом очень херово. У нас побеждает Бордо. Хорошо, на Бордо значит Бордо. Подписываем с ними соглашение. Шейхи купили Ньюкасл. А, серьезно? Блин, Ньюкасл будет топом, значит, скоро. Я знаю. Так. Заброта подписал контракт. Рейтинг игроков. Чемпионат Беларуси опустился на одну строчку, занимает 23 место. Испанский дивизион занимает высшее.
наибольшее место, что Гибралтарская лига. Подожди-ка, Белорусская лига, какое 23 место? То есть мы между Шведской и Норвежской лигой. Но подожди, если наш клуб начнет рвать Лиги чемпионов, теперь он самый богатый клуб ВПЛ. Это серьезно? Охренеть, Уоттенберг травмировал. Ладно, вообще не удивили этими новостями. Какой-то чувак травмировался тоже, ну ладно. Бывает, бывает. Так ты не ответил, ты кто такой в плане? Кто такой? Немножко не понял, угадай. Так, Ислыч, так, пресс-конференция, отправить ассистента, это все понятно. Так, что у нас по времени? 21.07, так, по времени все понятно, по турниру. Мы можем сейчас сыграть 13-й матч, сейчас, короче, в любом случае мы этот матч сыграем, дальше будем смотреть. Как, он человек, серьезно? А, ну да, есть такой. Главное, не Новорос, это самое главное. Так, передать ассистенту менеджера. Так, все, в этом матче. А давай-ка попробуем в этом матче попробовать сыграть 3 нападающих. А чё нет? 3 нападающих. Это звучит хайпово, согласен. Нет, в три. В 3 нападающих. А, по данный момент нам предлагают Никита Путина, 50-17, Дуча Малтын Минор. И я думаю... Идеально просто. Ладно, всех остальных чуть знаю, вот тебя я не видел. А, кого, меня? Серьезно? В смысле? Я немножко не понял. А с детства за Ньюкасл. Блин, я помню раньше ВКонтакте был прикол, там один чувак под тем комментарием писал Ньюкасл чемпик. Он, короче, набрал кучу подписчиков, что-то не там 20 тысяч, он то ли... Это паблика футбольные мемы. Он везде писал, его, короче, обсирали, все это, он, короче, писал на полном серьезе. Я видел, о, ты в курсе? Ты в курсе, да? Ну вот. Так что вот, и типа того, что ты понимаешь, а вот чувак, да, там лет 10 назад писал, а теперь-то... We are champions, походу. 3 нападающих, пацаны. Разрываем Ислыч, он у меня в друзьях... Да ладно, серьезно? Серьезно? Прикол. Поехали. Пацаны, играем в атакующий. Сверхатакующий. Бить при любой возможности. Меньше дриблинга. Играйте раскованно. Все. Играйте в свое удовольствие, но покажите, кто здесь боссы белорусского чемпионата. Кто сюда приехал из Серпухова? Да. Блин, пока рассматривают только нас. У меня были модераторши ВК паблики Братишкина. Вон как, понимаю. Слушай, у нас реально очень хороший старт. Но по игре я почему вот сейчас по этой игре не скажу, что у нас все хорошо. Хотя вроде 3 нападающих, но я, кстати, у нас, я так понимаю, у нас провал в полузащите идет 100%. Давай хотя бы Никиту немножко отпустим вниз. Ну. Просто по позиции. Потому что видим, что в центре поля мы что-то проседаем. Нет нападения. Вот эта связь между полузащитой и нападением. Я хотел запрос на дружбу медведя, он игнор ЧСВ. Блин, ну да, такой, конечно, тип. Так, Ислыч. Потому что, смотри, в случае победы мы отрываемся на 2 очка. Это нормальный расклад. Зайди в Дискорд, Сашка. Что? Кинь аву канала? Сашка. Это очень сложный вопрос, потому что... Я, наверное, тебе смогу кинуть позже, либо старую аватарку тебе могу там скинуть. Если найду. Короче, Сань, потом только могу скинуть. Если тебе нужна оригинальная черная, то только с компьютера. В эти токи коммент набрал 4000 лайков, серьезно? Гол. Блять, это нам. Кто нападающий? Путин. Не понял. И 50-17. У меня завтра будет стрим, я пытаюсь настроить нормально, что ко мне YouTube относительно хорошо относится. А в плане хорошо относится. Он типа тебя что, там продвигает или что? На, дай мне бить пенальти. Эрбол. Ты понимаешь, если ты не забьешь пенальти,
то ты отправишься в аренду. Давай такое соглашение, давай. Просто мы, типа, Сашка угораем, все это. Давай. Если ты следующий пенальти не забиваешь, то ты отправляешься в аренду. Я думаю, это честное соглашение. Ага, и мне ННТВ блок или ролик, да ладно. А ты типа какой-то что-то видео какое-то взял? Давай, все, хорошо, согласись. Отлично. Так, отлично. Люблю, вот когда, знаешь, люди сговорчивые. Вот в этом плане, да, молодец. Авторские права пока не дает, есть 10-секундная музыка. А, ты типа паришь насчет музыки? Я уже давно не парюсь. Я, ну это мое, мне, типа мое, как бы... Блять. Будущим травмирован. Саня Мазута, твой выход, ты выходишь на фланг. Вместо Никиты выходит Адмирал, если он есть на поле. А его нету. Тогда будет играть Эдо. А вы, Сашка, поменяетесь постоянно. И, короче, типа, да, там 10-секундный мутск, там от типа, права прилетает, это все. Я, типа, да, мне тоже прилетают. Я просто монетизацию из-за этого теряю. Но я не теряю монетизацию за счет спонсоров, скажем так, донатов и так далее. Но больше 10 секунд. А, вон что как. Это типа выбор каждого. Я типа как бы не парюсь. У меня музыка играет, она для подписчиков. Для там для создания музыки, то есть, ну, для настроения и так далее. То есть мы как бы слушаем, но я типа я лишаюсь монетизации. Мне как бы пофигу. У меня монетизация идет не от этого. У меня идет на других роликах, где она как бы мне доступна, либо донаты и так далее. Скинь после матча, да, Сашка. Хорошо. И слышно, нас выиграют 1-0. Мать, мы заиграем сверхатакующий. И, кстати, я так понимаю, что у нас этот матч будет вторым поражением в сезоне. А если поражение, мы уходим на второе место. Точнее, не выходим, а падаем. У меня пока 10-12 подписчиков, пока не могу себе позволить платить. А, подожди. А какая монетизация может... Нет, смотри, что прикол. У тебя не может быть монетизации, если у тебя меньше 1000 подписчиков. Это 100%. Тебя могут просто блокать за музыку. Ты мы про монетизацию даже не думай сейчас. Тут надо хотя бы набрать 1000 подписчиков, чтобы тебе ее просто включили. Чтобы ты как что-то с этого получал. А так как у тебя меньше, говоришь, там, меньше 1000 подписчиков, блин, мы просрали. То тебе вообще ничего не перепадет. Молодцы, пацаны. Молодцы, проиграли 1-0. Ладно, второе место. Теряет верхнюю строчку, да, есть такой. Дучин травмирован. В смысле? Перелом бедра? Если захочу, его включат на полную. В телеке, на радио, я шарю в электронике. Главное, чтоб слышно было. Специалист 7-8 месяцев. Врач 8-9 месяцев. И врач 8-10 месяцев. Просто F, пацаны. Вот и второй Сашка. А Сашка радуется, когда кто-то получает травму. Прикинь. Надо это отправить в чат. Ну бы давай к специалисту, конечно, я заплачу любые деньги. Потому что, блин, чувак-то, в принципе, играл хорошо. Тупо наша русская команда, понял тебя, понял. А, все, я вспомнил, все. Все, как сказал наша русская команда, я понял, что ты снимаешь, что вот это там стримы и так далее, все. Я помню, ты заходил на стримы, я помню, мы даже переписывались, все, всплыло. Проигрываю по серии 7 матчей без поражений. Да, есть такое. Так, ну чё? Получается, мы сыграли. Наши пальчики устали. Второе место занимаем. Дучин травмирован, да, помянем его. Но мы боремся за Еврокубки. Походу, в Лигу Европы у нас есть шанс побороться. В Лигу Европы, блин, прям... Жопу рвать, но надо попасть. Лигу чемпионов это слишком круто. Сейчас второго зайдем. Понял тебя. Вот, я думаю, что по времени закончить. Сейчас как раз всем сходить делать свои дела. Кому поесть, кому поить, там, ну, вы поняли. Я сейчас буду искать трансляцию матча в Дискорде. В Дискорде, если что, Airball. Вступай в Дискорд. Я прикреплю, если что, к этому стриму в комментариях. Скачай Дискорд, зарегистрируйся, входи к нам, будет весело. Ока? Да ну нафиг, ока. Да не, по-любому где-нибудь покажут еще. Вот, мы посмотрим этот матч в Дискорде. Поэтому всех буду, если что, рад видеть. Если что, заходите, пообщаемся и так далее. Посмотрим.
Вот, всем хочу сказать большое спасибо всем, кто смотрел. У нас 7 зрителей показывают. Владимир Путин, Гэлстоун Геттер, Саня Мазута, Эрбол, 5017. Кто еще сегодня был? Никита Штормовик, Алтын. Ну, короче, все, кто играет, все, кто смотрели, всем большое спасибо, кто был на трансляции. Со всеми прощаемся совсем ненадолго. Завтра трансляция мультиплеер по койке. И дальше как пойдет. Вот, поэтому давайте небольшой перерыв. Со всеми скоро увидимся. Пока. До встречи.